Боже, милостью будь мне грешным, создавыми, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного, и благослови предстоящую беседу, чтобы Слово Твое укоренилось в сердцах наших, чтобы внезапно пришедший судья не исторг нас из жизни неготовыми. Спаси нас и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Ой. Я буду кое-что показывать, может быть, без всяких комментариев. Мне нужно, чтобы вы Слово Божие читать будете. Ну, потихоньку прочитаем мы все равно. Вот, я начну вот отсюда вот показывать. Вот этого человека вы, наверное, знаете. Вот о нем еще говорятся. Юрий Степанович звать. Фрик. Фрикопедия. Я посмотрел, фрик это, ну, проще сказать, уроды. Да вы что? Уроды. Фрикопедия, такая энциклопедия лженауки. Ему 61 год. Когда-то родился, физика, чем занимается? Фрик, специализирующий на физике и довольно популярный у недалекой категории интернет-пользователей. То есть нормальный человек его никакой. Ну никак, просто шут гороховый. Известен своим изобретением периодической электроатом, автобрусов. То есть он о себе говорит язычник. Вот это новое сейчас родноверие. И вообще Бога не признаю никакого. И издевается над христианством. Ужас как. То есть это проклятый Богом человек под анафемой. Я сейчас все это буду показывать. Где полностью отрицает современную теорию строения атома, множество других современных научных представлений. В целом его творчество является типичным, бессмысленным нагромождением некорректно приведенных наукообразных терминов. Наукообразное. И люди попадаются. Я не обвиняю тебя, нет. Это я мог быть таким, попасть. Это люди, я сейчас скажу, откуда они появились. Сейчас остановлюсь. Вот это слово РУС, аббревиатура, тут все-все, род, народ, все. Преемственно знание из уст в устах. Знания оторвались от родом сознания. То есть это где-то что-то, какие-то там были. Родителям готовят созидатели, включая всякое разрушающее начало в виде Т, потом вор, сов. Это он все выставляет. Я только выделил красным. Жизнь дается родителями. Ну, я-то закрываю, потому что тут ничего у него нету. Дальше. Это я сейчас вот это вот взял. Ага, это к нему тогда это относящееся. А откроем, мы сейчас его увидим. Вот он. Я маленько дерну здесь, чтобы, ну, не посчитали, что... Оскорбляет меня. То есть мы сейчас откроем его побольше, чтобы видно было. Вот если бы я ему лично сказал, ты гнус. Да. Вот он где-то все как бы в машине, а ролик за роликом едет. Вот. Ну, про него тут много сказано. Я вот сейчас роликов смотрел день и второй. Я потратил огромное количество времени. Не знаю, кто еще столько смотрел его. Так. Это у меня закрыто было. Сейчас я покажу, какие ролики смотрел я. Вот. Сионизация Руси. И ткнуть, и видно где. Рыбников. Древнее знание русов. Наш учебник. То есть этот человек против Библии, против Бога. Сатанист самый настоящий. Если кто-то его слушает, он его ученик. Ну кто, кому, говорит, кем побежден, тот тому и раб. Потому что Павел говорит, внук Гамалиила, я ученик Гамалиила. Хотя он был не христианин, но иудей. Мы считаем, Златоуст был ученик Ливания. Это языческий был философ. Но он о христианстве не знал, но он о нравственности только говорил, больше ничего не было. Это был прекрасный оратор, ну, если Златоуст, школа его. Кто кого слушает? Рыбников о местном самоуправлении и уничтожении знаний русов. Профессор Рыбников о науке, церкви, власти. Часть первая. Ложь, обман и заблуждение в лекциях Рыбникова. Все это. И как посадить Рыбникова в лужу. Его ролики разбирает. Я посмотрел, как будто это я говорил. Ученый Рыбников о религии. Вот это вот где-то. Ну, мы не будем смотреть, это кто пожелает, посмотрит. Бога нет и не было. Ну, что говорить это? И его слушать, даже его и слушать нельзя, и в дом нельзя пускать, уши осквернять. Это оборони Бог, если кто-то знакомый есть, то обязан сказать им это. Это его. Это он говорит, и целая большая лекция и развозит. А кто похож на него? Левашов был Николай. Левашов. И там есть еще такой.
тоже выходит, часто выступает, что-то какое-то, тоже какое-то с Трубников, не Трубников, что-то. Так это атеист же, а? Атеист он? Атеист, я, говорит, атеист, никакого бога нет. А это, которое родоверие, язычество восстановить, русы. Главное, ненависть к евреям, он буквально рвется. Когда мне впервые показали на Левашова, на этих-то, ну, я стал молиться. У меня ответа никакого не было. Первый раз мне принесли книгу. Дальше кочегарки мы ее не вынесли. И принесла. Ты никогда не догадаешься, кто еврейка. Она у нас была, но не член общины, но была с нами. Хорошая. Фаина Соломоновна Королева. Она на снимках осталась. И когда она уходила, то она сильно обиделась. В одном месте я сказал. Я говорю, когда считаешь про евреев, богоизбранный народ. Но когда видишь, что они делают, и что они как Христа распяли, закрой-ка, впадаешь в искушение, подумай, что Бог как будто бы ошибся и избрал такую нацию. Кого избирать-то? Мошенник на мошеннике. А откуда вы знаете? Очень просто. Был такой еврей Баб. Ты знаешь, кто Березовский? Кто он? Как Боря? Ну, Боря, Борис. Да, вот. И его спрашивает генеральный прокурор Российской Федерации Скуратов. И говорит, а что ты, Борис Абрамович, не выезжаешь в Израиль-то? Он говорит, ничего себе. Каждое утро просыпаться и думать, что 6,5 миллионов думают тебя обмануть. О чем? Говорит, зачем я поеду туда? И это пишет газета «Известия». Обманщики. Есть такой фильм, не знаю, смотрели или нет, называется «12» Никиты Михалкова. И там, когда он выходит из туалета, и говорит, у нашей нации есть, говорит, такое качество, задумываться, говорит, умеем, задумываться. А другой-то, говорит, все это еврейские штучки, вот это еврейские штучки. Я мысленно теперь, когда узнал это все, теперь я представил, как они собираются, у них съезды еврейские, там сионистские где-то, и они говорят, что евреев ненавидят везде, так, и у нас ненавидят, а там, и там ненавидят. И она мне принесла список, где были евреи, в какой стране, в каком году, и как их выгоняли, долбили. А Мартин Лютер, основатель реформации, говорит, сжигать все книги, сжигать все синагоги, чтобы ни одного еврея не было. Но за что их любить-то, когда, ясно дело-то, везде грабеж, везде проценты, везде кабала. Ну, считай, Тараса Бульбу. Это же Николай Васильевич Гоголь пишет-то. И она мне принесла. Я говорю, а почему такого списка не принесли на грузинский народ, на русский? Потому что где бы ни появлялись русские люди, они лезут в шахты, работают. Ни одного тракториста нету. И мы приехали, есть такая Биробиджан, город у нас, еврейская автономная область. Ну и хороший человек там нам и говорит, а сколько евреев? Он столько, где? А все, говорит, здесь в городе, а в селе ни одного нету. Ни одного, а это их область автономная. У нас в России, на востоке. Биробиджан, столица. Ни одного. Все, я видел в краевом суде, ну видно его по лицу, что, говорит, лицо не испорчено интеллектом. Сытый, здоровый, но они его вытянут, диплом ему дадут. И он ничего не может делать. Но он из кабинета в кабинет, здоровый мужик, переносит бумажки, чтобы отнести. Он не будет выброшен. И она говорит, я сегодня, еврейка, говорит, шла, и на остановке лежит, говорит, мужик, и на остановке, под скамейкой. Из-под него большая лужа течет. Вы, евреи, такого видели хоть раз? Я говорю, нет. И не увидите. Я говорю, вы правы, Фаина Соломоновна. Второе. Она говорит, за 2000 лет ни одного еврея неграмотного не было. Надо же, действительно. Они учат. Когда наши дети летом играют, бегают, они и летом продолжают его учить. Потому что ему с детства вдалбливается тебе управлять миром. Тебе управлять миром этими гоями с человеческими лицами. А наши-то ничего не знают. А кем будет? А что он будет? Он пенсюшка. Если женщина, значит выйти за какого-то начальника, что такое, как вот говорят, жена у Дмитрия, это сказать этого, у Медведева. Анатолий, его как? Дмитрий Анатольевич, кажется, звать. Да. Вот. Она еврейка, кажется, Светлана. Ну и мы видим, за кого выходили они. Какая была эсфирь, за кого вышла. Это у них закон был. И что? Цель. Великая цель. И вот я представляю, они собрались и говорят, а как у вас там? Да так-то ничего, говорит, жизнь. Уже все обобрали. 72 года советская власть, работали люди даром. И все перегнали в Америку, в Израиль. Правильно. Этих ребят, которые поставили, в Америке ставили, сейчас описывают, как они выбирали, Березовский, Абрамович, папа, все они. И вот это все там нам ваучеры придумали, как разграбить Россию, Потанины. Все евреи, миллиардеры. Как пишет Березовский, я, говорит, чертежник обыкновенный. И когда утром встал,
Я оказался сказочно богат. От него ничего не зависело. Вот как Чубайса поставили. Чубайс самый главный из них, смотрящий за всеми остальными. Он важнее президента. Президент у себя в стране, а он во всем мире. Вот. И вот эти еврейские штучки, они рассуждают, что евреев ненавидят. А может сделать, чтобы хорошие отношения... Ну, ребята, ну за что нас любить? Ну, они открыто говорят, а за что любить? Так, а как на этом сыграть можно? Очень даже просто. Они ненавидят нас, и на этом надо сыграть и показать, что у христиан вера еврейская. Эту злобу канал ночью перекрыть его и направить туда. Да вы что? Все дерьмо туда потечет. Куда? Да на русских. У них же, и говорить, это жидовский бог, жидовская Библия, а они про нас забудут. Сейчас евреев-то нигде не трогают-то. Все на абсолютно на православную веру. Это обдумано. А кого ставить на это? Ну, это надо писать книги. Вот Левашова, Твердохлебова, там, с длинной такой бородой. Ну, и вот этого надо, Рыбникова. Они говорят, то, вызвались. Это их когорта. И, а ты про что будешь говорить? Я буду там о молекулах, пусть они меня проверяют. А Левашов о чем будет говорить? Ну, он будет говорить и даже затрагивать президента. Никто не сказал, этого делать нельзя. Наш президент неприкасаемый. Я легко докажу. Его трогал он? Трогал. Где он? Его нет, он внезапно умер. Пораженный, говорит, неземной энергией. Его сожгли в печи. Что-то там где-то завозюкалось, сидело, это Новодворская. На ноге прыщик. Взяли больницу, уже не вышло. В печке сожгли. Березовский поднялся. Приехать любыми путями, переворот сделать, Путина убрать. Где он? Неизвестной смертью умер. Из всех бывших, которые были близкие здесь, кто больше всех? Рохлин, генерал. Жена застрелила якобы, она не жена. В постели застрелили. И дальше, ну мы считаем, которые были против. Против Путина никому нельзя. Немцов был против, мы сделаем это. Еще не сделайте. Илюхин. Илюхин. Это первый юрист был у КПРФ. Внезапно умирает. Я перечисляю, это ни одного, ни двух. Те, которые открыто выступали против президента. А я ничего не говорю, кроме того, что они все внезапно исчезли. Эти люди рискуют. А этому это трогать не надо. Он будет хоть 100 лет, этот Рыбников. А о чем ты будешь говорить? А я об этом. А ты? Ну, я маленько разбираюсь в этом, буду говорить об этом. Бабанить можем. Ну, научных терминов поднапустим. И направить туда надо. Это заговор. Он ничего не соображает. Ну, тут видно, о чем было. Дальше. И он о Левашове. А как, если буду спрашивать о Левашове-то? А они из одной команды. А ты против его говори. А этот против него. Этот, когда была готовилась революция, то Милюков пишет, говорит, смотрю, выступает друг против друга, там разные кадеты, то другое. Я, говорит, маленько, погоди, я выхожу, говорит, они, говорит, друг друга, говорит, целуют, стоят, говорит, выпивают вместе. Это роль, которую ему отвели. У него роль. Рыбников Юрий Степанович о плоской земле и проекции Солнца и Луны. То есть, какие доводы есть? Опровергай. Да-да, я посмотрел. Он, по-моему, говорит, что круглая. А? Глобус. Он, по-моему, за глобус. Нет, нет, он что-то плоская земля. Только никакого глобуса. А я какого-то я смотрел тоже там, он говорит, что был на Северном полюсе. Сейчас я закончу. И говорит, солнце. Ничего нет. То я говорю то, что есть. То, что я говорил, это один к одному все сходится. Так Рыбников рвет Ньютона и Эйнштейна. Вот я говорил, это тоже против этого. Профессор Рыбников о науке, церкви, власти. Ну вот так. Короче, я некоторые взял, остальные не стал уже сюда и перенимать. Это к тому, чтобы... увидел, что я говорю с сознанием дела. Проник до конца. И теперь прочитаем Слово Божие. Мне почему-то кажется мелковатый шрифт. Как думаешь? Я могу увеличить его до 24. Ну, давайте. Вот так лучше будет? Да. Давай, считай потихоньку. Иоанна 10:1. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью уходит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. Так, что такое дверь? Дверь, Иоанн Златоуст говорит, это Писание, по Священному Писанию. У него нет, он против Писания. То есть он говорит, двери нет, только перелазят. Я перелажу, так и все перелазят. Я расшифрую его слова. Он не признает Бога, никакого нету личности, кому можно молиться. Христианство – это ложь сплошная. Его слушать, ну, прослушал, только эти уши вымыть и сразу скорее на исповедь идти. А ходящей дверью, то есть точно, что по Писанию сошлось, есть пастырь овцам. И ему преддверник предыдущий, который был, отворяет, рассказывает. И овцы, то есть люди слушаются голоса его, и он зовет своих, овец по имени выводит их. И когда выведет своих, идет перед ними.
А овцы идут за ним, потому что знает голос. Овцы. За этими кто идет, которые не овцы. И он говорит, за чужим же не идут, то есть их не слушают, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Мы таких голосов не знаем в христианстве, которые бы говорили, Бога нет. Которые бы говорили против Библии скверну всякую. Которые поносили бы народ Божий, евреев. Не знаем мы таких. Таких у апостола Павла друзей не было. Ни у Иоанна, ни у кого. Ну и дальше читаем. Сию притчу. Читай дальше. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Что такое он говорил, они не поняли. Ну и сейчас тоже некоторые не понимают. Инди перелазит не по Писанию. У него по Писанию нет ничего. Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Он дверь, другой двери нету. И нам не надо искать, где пролом найти. Другого нету. Если мы христиане, мы должны сказать, да, так, он есть дверь. Так в эту дверь что, входит враг? Нет, враг Индии перелазит через ограду. А ограда это закон Божий. А узнать как можно? Ну, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти антихрист, он не исповедует и не признает. Это антихрист. Первое, значит, антихрист. Прямо по Писанию. Второе. Он, Павел говорит, будет кто говорить не то, что я говорю анафема, ему анафема. И дальше Господь говорит в Писании о них, которые Бога не признают. Безумцы. Он сказал, безумец нет Бога. Это его все именования, этого Рыбникова. И те, которые, ну, у него программа есть о земле, что-то, купол. Ну, ты говорил в прошлый раз слово в слово буквально. То есть это или один дух, или прочитал. Я не настаиваю. Так, сколько их не приходили передо мною? Кто они? Суть воры и разбойники. Это воры и разбойник. Но овцы не послушали их. Ну, некоторые пошли, некоторые это были, за Февдой пошли, там, говорит, не ты ли увел там 3000 человек-то, когда его Павла-то тащил, этот тысяченачальник-то, не ты ли тот, который там Иуда, разбойник? Нет, Павел доказал, что не он. Он, я есть дверь, значит, что кто войдет мною, тот спасется. Войдет и выйдет, и войдет в церковь. Примет крещение, потом выйдет на проповедь и пажить найдет. То есть для тебя будут люди, которые тебя будут слушать. У нас потаенных мест нет никаких. Совершенно. Я покажу завтра такая интересная у меня переписка. Одна женщина выписала книги, она сегодня получила. И она 3 марта хочет сделать подарок мужу, чтобы тайно сделать. Он тоже смотрит с ней передачи. Ну, я до 3-го не знаю как. Она фотографию прислала, а я фотографию эту, она говорит, пока бы не показывать. Мы сюрприз хотим сделать. Ну, если откроете, не беда. Я говорю, а то, что я публикую. Ну, она поблагодарила, что заботитесь. Да ничего, узнает, и раньше вскроем посылку. И показано, у нас посылка идет. Новый Завет и к истинному православию. Вор приходит, для чего он приходит? Рыбников другой, Твердохлебов. Только для того, чтобы украсть, ему вовсе не принадлежат, убить и погубить. А у кого это? Ну, дьявол, человек-убийца, это сын дьявола. И враг всякой правды. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Избыток мы обязательно отдаем кому-то. Мы можем говорить о жизни. Ну, а эти люди, которые против, говорят, ну, это воры и разбойники. Он не умирал за людей. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свой завет. А наемник? Не пастырь. И что? Которому овцы не свои. Не свои, он тебя и знать не знает. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. Волк расхищает, овец разгоняет их. То есть его, если сейчас прищучить, там написано, посадить в лужу, не надо. Власти должны сделать. Он сразу же отвлечется. Был такой Григорий Гробовой, который воскрешал людей, обещал всем, что воскресит, ему большие деньги несли, особенно в Беслане. Он деньги брал и... Надо, чтобы Путин принял закон, чтобы паспорта выдали мертвым. Да они уже пришли, вы их не узнаете. И люди несли все состояние ему. Колдун. Григорий, Гробовой. Гипноз какой-то. А? Гипноз какой-то речь. Нет, ну нормально. Целая партия образована. Особенно там в южных республиках. И у него в Новосибирске голосовали, чтобы его на президентские выборы поставили. За президента. Но его власти... И он говорит, по фотографии определял, где. Тогда взяли, составили биографию, эту биографию, фотографию, из 10 фотографий, там рост, одни, нос, другое. Ему показали. Но этот человек
Так, сколько принесли? Редакция ему видела деньги. Большая сумма. Он сразу только глянул, столько так. Этот человек вышел, он в Ставрополе сейчас находится. А никакого нет человека-то. Ну, его сразу это тут заснимали. Его тут же арестовали, посадили. Вышел оттуда, сейчас нигде не проповедует. Все кончилось. Все отошло. А только воскрешать людей, он знает. Вы бы всех увидели, если бы закон приняли, чтобы им паспорта выдавали. Люди не могут без паспорта к вам явиться. Действительно, мертвым не выдают. И человек с высшим образованием, его там звания какие, там профессор, академик, Григорий Гробовой, зарядите. За ним следили. Дальше. А наемник бежит. Он сразу отречется. А не родит об овцах. Я этим пастырь должен быть. Третий раз говорит. И знаю моих, и мои знают меня. Если мы его знаем, то разбойника нам знать не надо. Я говорю, вот однажды ко мне знакомый баптист пришел и говорит. А у нас приехал один проповедник, цыган, бывший священник православный. Священник, цыган. И он, да, не знаю. Говорю, вы могли бы его ко мне привезти? Я на работе был, дежурил, сторожем был. Ну, наверное, можно. Но они привели, только в течение 5 минут его по полочкам разложил, и он отрекся. Я не священник, я только так. Я говорю, так вы и не верующие. Ну, а в это время, значит, рядом с милицией, я его спроводил в милицию. Проводили его туда, как говорится. Ну, его начали допрашивать, как он начал материться. А баптисты-то стоят, они его приняли за брата, слепые. Да какой я не говорил, это они придумали на меня, я совсем в Бога не верю. Он бежит, он отрекается. Я вышел, и говорю, ну и все, больше не надо ничего. Просто, я говорю, ты скажи, сугубо экинея, как произносится? Он, ты быстро меня разоблачил. Да что ж мне разоблачать-то? А места писания кое-какие называл. А баптистам больше ничего не надо. Православный цыган. А кто они такие цыгане? В «Огоньке» была статья большая, одна написала про них. Мне всегда казалось, что это черти вырвались из преисподней. Они могут только торговать наркотиками, воровать, ворожить и рожать. Все, больше ничего. Готовить новых преступников. Ни один в школу не ходит из всего табора. А зачем? Она разговаривает с одним, вот так волосы дернула ему и взяла. У него деньги. Я, говорит, отдал деньги, но ты домой сходи, остатки принеси. А он только институт кончил. Близкий человек, мы хорошо его знали. Она полностью им завладела и говорит, не вздумай только не прийти, у меня волос твой остался, и тебя большие неприятности ждут. Если он приходит домой, все ищет и вытащит. Я могу назвать Савалей Игорь. Вот и все. Этот завладел душами. 1 Иоанна 2.19, читай. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались здесь бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. А он от нас и не выходил, и не был никогда. И поэтому слушать его святые отцы категорически запрещают. А зачем слушать, когда это отрава, яд? И он в одну минуту отрещется. А как, его только надо взять, сейчас бы власти взяли, и он все залезал бы, все убрал, и доказал бы, что я просто решил хохму посмеяться, и больше ничего. 1 Иоанна. Я написал вам не потому, чтобы вы знали истину. Не знали истины, но потому, что вы знаете ее. Равно как и то, что всякая ложь не от истины. Но у него все ложь. Начиная о том, что Бога нет. Ну как мы можем согласиться с ним? Не можем. То, что над Библией издевается, это что жидовская книга, с которой они носятся, он издевается над этим. Тоже принять не можем, а больше у него ничего и нет. А остальное на молекулах. Иди докажи, сколько молекул было. Я даже не смотрел вот это. А? Я даже не смотрел много его. Я много про смотрел. Ньютона вот это посмотрел. Это я о Ньютоне он говорит. Я обо всем. Что ты в прошлый раз говорил? Ну там, где ниточку вяжешь. У него прямо все это. Прямо закон. Оттуда. Да. Ну. Он все, что ты говорил, это как будто ты считал оттуда. То есть ты ученик его. И ты решительно отречься должен ученик? Сегодня же от него. В этом труда нету. А они от мира. Потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Ничего удивительного нет. Что на всем земном шаре 3000 человек в апогее только признавали, ну такие же придурки, признавали его. 1 Иоанна 4.6. Ну, считай. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины у духа заблуждения. Не то, что обида какая или еще. Кто Бога знает, он слушает божественно. А если божественно, ты не можешь горькое и сладкое заливать.
один и тот же сосуд, якобы, говорит, не может вмещать. Ты или-или должен решиться так. Или принимаешь то, что принимает церковь, никакой лжи, никаких плоских, никаких сфер. Это все их. Они умышленно это все говорят. В наше время нигде этого не было. А давно ли мы посмотрели, сколько лет? То есть попытки были более ранние, теперь они развились и пошли на угасание. Но у Левашова больший успех. И вот сейчас родноверие, это отец Андрей Ткачев, кажется он, Ткачев, да? Он много об этом говорит, что самая главная опасность в России именно вот это родноверие, вот как он говорит, род, род везде он это, он, родновер. Ну, язычество возродить-то. Я в этом не вижу опасности. Такой, как видит, может быть, я не все понимаю, но мне кажется, это уже пройденный этап истории. Не это главное. Главное, что внутри церкви есть сейчас отступление. А так это ты одного врага, ну ладно, ты развенчал, а их как гидра, как змей Горыныч, голову рубят, все на их семь голов на новое место растет. Не это надо делать, надо жить по-христиански и свидетельствовать. Вот он ничего не может сказать, ну, то, чтобы мы могли принять, ничего нету. И он едва, его физиономия-то какая-то, он едва сдерживает ухмылку. Поверили, поверили. Когда он собрались, где их поставил, он поставленный. Конечно, там спрашивают, как верят. Ну, гои. Ну, дерьмовый народ. Да ведь это так понятно, что и космос был. А нет, все космонавты это лжецы, все эти масоны. Они этим прикрыли масонов. А масоны далеко не все. Там на последних курсах в университете проверяют, насколько раз я 14 лет темой масонства занимался. Я в этом вопросе не профан. Много против евреев говорил Василий Дмитрий Дмитриевич, основатель общества «Память». То есть очень сильный такой был представитель. Я когда пришел к нему в Москве, ну его не было там. Там друзья, скажется, Сысоев был. И он в это время идет и услышал мой голос. Зашел и сразу, а мы вас сколько лет слушаем, нам казалось, что это голос с неба. Он такой грузный артист. Он как-то где-то какое-то было, даже не знаю, большое такое собрание на улице, митинг. И он вышел как артист какой-то так, усы наклеил, все. И когда слово дали, он тогда все с себя убрал, и все поняли, это он. Только одно, гнать евреев. Это я сейчас буду называть имена, которые все это делают. И перестройку, как ведут, он против евреев был. Внезапно умирает. Здоровый, крепкий мужчина, внезапно умирает. Ну... Ну, просто понимаешь, не может быть, что все до одного внезапно умирали, которые против. Внезапно, и при том, рядом, как Илюхин, готовят материалы, чтобы Путина призвать к ответу. Начать суд против Путина. И он, я не думаю, что никто не останавливал. Ну, не может быть, чтобы понимали, что тебе не допустят. Все, внезапно умирает. И теперь Зюганов. Да как это так? Да он же не болел. Жена утром сообщает, говорит, умер. А что виновата? Кофе где-то там с кем-то встречался, выпил или еще что-то. Вот и все. То есть это расклад идет. А теперь что? Да они про масонов говорят. А вы поверните туда, скажите, те масоны, что все космонавты масоны были, как Гагарина встречали во всем мире, и все это ложь, нарочно. Ну нельзя так, нельзя. Ну поверят. Ну кто поверит-то? Вообще, там написано для кого-то, когда мы его смотрели. Дальше, первое, третье Сарс. И сказал Иосафат. Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? Да, есть пророки еще, которые знают истину, которые возвещают. Ему много было пророков, но он сомневался. И только один нашелся. А остальные в уста их вошел сатана. А как он узнал? А ему видение Бог показал. И Бог советуется, и один дух так говорит, другой иначе. Ну вот третью царство открыть как-то. И один дух говорит, я знаю, как увлечь Ахава. Ну надо, чтобы так было, естественно, умер, не дома. А как? У него пророков много. А я в уста всех войду и буду говорить одно и то же. Я им буду говорить, что так и так будет. И когда спросили Михея, он говорит, я это видел. Да как он подошел с Эдеке, сын Хинаан, и как ударил по щеке его. Это по какой дороге отошел от меня Дух Божий, чтобы тебе говорить? Вот когда бегать будешь, пятый угол искать, узнаешь. И так все и случилось. И теперь что, повернуть тогда назад? А он ударил его. Ты будешь бегать, искать пятый этот угол, не найдешь. А ты поедешь, не вернешься. Псы будут лизать кровь твою, как пророк Илия сказал. Он предсказал, и он испугался царь. А смелый был Ахав. И переоделся, и говорит, Иосафат, ты надень царскую одежду, а я обыкновенный там солдат или сержант. А уже тот царь сказал, ни с кем не воюйте. Все силы бросьте против царя израильского.
А когда бросили за ним, а тот возопил Богу: «Господи, Иегова, помоги!» И вдруг у всех глаза открылись. Да это же не Ахав. А Ахава нигде нету. Но написано, когда он наклонился, один стрелок случайно натянул стрелу, и стрела вошла в щель между латами. Да не может быть случайно, пророк предсказал. И вечером блудни омывали колесницу от его крови, и псы лизали кровь. Все сошлось. И был только один человек. И он говорил: «Вернусь, я с тобой разберусь». Он говорит: «Не вернешься». А с кем так было еще? Исааки. Был такой Исааки один, далматский. В честь его назван Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. И на воротах там все эти фигуры из его жизни. Точно так же пошли на войну с болгарами. А он вышел, и один раз царя остановил Валента. Второй раз он говорит: «Наглец какой, это кто такой?» «Да монах, говорит, из монастыря далматского». Он говорит: «Вернись назад. Освободи сначала христиан из тюрьмы. Посадите его. Когда приеду, разберусь. Давайте ему». Второй раз они бросили в болото, он не утонул. И опять на пути схватил. Он говорит: «Не вернешься. Я уже запах твой чувствовал, ты сгоришь». И так и было. Он бежал оттуда, армия разгромлена, где-то на сарае спрятались, их подожгли, и все кончилось. Исааки далматский. Это полностью вот как было с Ахавом. Ну, я аналогию нахожу. Это 1 Петра. 1 Петра 2.1.3. Да. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». То есть, а что называется словесным молоком? Слово Божие. Слово Божие. Мы как дети, рожденные от Слова Божия, возлюбите. А вот это что дальше впереди? Нам не надо ни одного язычника отраву пить. И написано: «Столы наполнены отвратительной блевотиной». Неужели это пища? Это блевотина, он, которая изрыгает. Просто тут у тебя должно появиться такое отвращение, выплюнуть из себя это все и близко не подходить. Встать на ноги. Тебе чего ради? Тебе Бог все дал. А это мы, как новорожденные младенцы, должны возлюбить и это молоко, а не ту блевотину, которую он теперь изрыгает в интернете. Там даже, ну, мы открыли и говорят, кто такой фрик. А что такое фрик? Это рождающийся с уродствами, с разными там глаза когда-то у него где-то. Фрик — это ростом ниже допустимого минимума бывает, или гигант какой-то там на ногах не может стоять. Я слово фрик разобрал сегодня. Это урод. Он что-то необычное, изобретения какие-то делает, вопреки общепринятому мнению, а ничего нету. То есть доказать то, что он говорит, он ни одного доказательства не имеет. Нету. Это столетия работали люди всего мира, как Паскаль Блез. Так у него что, не изречение у Блеза Паскаля? Он католик. Оно божественно. Исаак Ньютон, теперь, а этого нету, этого нету. Это верующий человек был, при слове «Бог» снимал шляпу. А этот никак. Когда, говорит, он умирал, Исаак Ньютон, он попросил принести книгу и посчитать, что. Его спросили: «Какую книгу?» Он говорит: «Одна есть книга, Святая Библия, Holy Bible». А этот издевается над Библией. Это еврейские штучки, все это придумали. Жидовская вера христианская. Он, может быть, какую-то степень посвящения масонов имеет. Ну, я думаю, что это вполне может быть. Взять на себя такую обузу, лгать, обманывать людей, ты ему век не нужен. А говори, поверит, не поверит, он этим не интересуется. Он ничего нигде не может доказать. Показали, он с одним слушателем стоит, цифры какие-то рисует, математика, что доказывать. И там написано, что рассчитано на недоразвитых, неумных людей. Он абсолютно все топчет ногами. Я уж не говорю об изобретениях. Он безумец. Дальше. 2 Тимофею. 2 Тимофею 3:5-7. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». А у него вида благочестия нету. Посмотри, какая физиономия, как он говорит. У него все время застывшая усмешка. Он не верит в это. Он смотрит их, он внутренне смеется. Тут не надо быть психологом, чтобы видно, что он ничему не верит то, что говорит. Ему эти люди безразличные, кто примет, не примет, ему цель не... Главное, ты сей. А все равно схлебает кто-то. Найдется такая кучка. Кто к всем принадлежат? К всем принадлежат, которые украдываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, видимых, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. То есть он учится, профессорские, другие звания. Вот сейчас Дворкина разобрали. Он не профессор, написано «Липа и профессор». И он наркоман.
И перед тем, как его послать, здесь Дворкина, Александр Леонидович, главный стихтолог, он прошел курс в Америке и в Израиле. И он сколько лет лежал, сколько там было психиатрии на учете. Никакого звания у него нету. Все обман оказалось. Я тут поставил это роликов 15 или 20. Его сейчас загнали в дальний угол. И такой сектовед, такой должности даже, оказывается, в российской церкви нету. Вообще ничего нету. Пшик, фрик. Новый фрик выскочил. А как они уже слушали? Ну, Дворкин, он по виду-то он какой приятный. Посмотрите, какая у него бородка. Ну, тоже с галстуком, конечно. И если галстук снимает, скорее расстегнуется. Почему? Они показывают. Знак масонский — галстук. Галстук снял. Расстегни, чтобы видно было, что ты расхлябанный. Без нас ты копейки не стоишь. Я пытался проникнуть, и, наконец, устав их наткнулся. Масон? На костюме. Масонский устав. Если 10 пуговок, нижняя всегда должна быть раскрыта. Ни одного нету нигде, чтобы она не была расстегнута. Ни одного. Независимо на кого. А что пуговка значит? Тебе не надо рассуждать, ты узнал. А теперь приглядывайся. Галстук снял, он обязательно должен быть расстегнутый. И некрасивый, он вот так вот. Ну, представь, то ли когда ты застегнутый, как, представь, что выглядит. Смотри, какие маршалы, Жуков там, все. Закон. И он ни шагу никуда. Почему? Когда их принимают, говорят, ты должен научиться жить и умирать. Когда скажут, пришло время Брежнева убрать. Считают, что дали, ушел. Пришло время патриарху Алексею идти. Так и считают, отравили, ушел. Я не знаю, но в интернете говорят. Так, не могут дойти до познания истины. Не могущих. Им это не дано. Он ее не ищет. Дальше будет время. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Не будут, оно здравое все, не будут, но... Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Которые льстили бы слуху их. Ну, нет ни одного безумия, которое бы люди не поддержали. Сегодня, говорят, 21 тысяча сект. И все разница друг с другом. И у всех есть последователи. Совершенно невероятную... Ну, Бажов, Павел, он пишет книгу... Уральские там подземные богини, хозяйка Медной горы, ну, сказочник, Бажов. Образовали секту. И руководит кандидат каких-то наук на Урале. Секта. И прямо верят, и к ней обращаются, и молятся хозяйка Медной горы. Милиционер Сергей Торопов. Обыкновенный милиционер. Провозгласил себя Христом, Виссарион. И что, дома продают, люди едут туда, туда ездил Кураев, там, я гляжу, там какие были, беседовали с ними. Абсолютно бесполезно. Ни отец Геннадий ни одного не стронет нигде. Почему? Полностью сатана завладел. Ну какой же он бог-то? Ну, сами посмотрите. А вот это белое братство было. Деви Христос. А как она получила духа, когда делала аборт, во время аборта? Во время аборта и Дух Святой... Ну, тут уж доказывать ничего не надо, что она убийца, и все связаны с убийством. Милиционер, может, стрелял где-то. И вот Христос, он у него вид такой, как, ну, не дурно он выглядит-то. Можно даже принять за кого-то. И они считают, это Бог, воплотившийся, и все. Далее, Колоссянам. Колоссянам 2, 6, 10. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Все, ходите в Нем. Как вы приняли его? Ни за кем не ходи. За ними не надо идти. Все, что от него есть, вот эти сферы разные и прочее, вытряхни и попроси. Вот я просил Бога, и Бог мне стер программу. Я просил, у меня было это, я и занимался много, учился, готовился в университет, даже в армии. Ну и я был как душа общества. Я много анекдотов знал, и душа прямо... Я пришел туда, все, весь вечер будет веселый. А когда я к Богу обратился-то... К Богу-то обратился-то. Это каша-то у меня здесь, блевотина-то. Всем калом-то наполнена. Я тогда возопил: Господи, убери у меня это, я ничего не могу сделать с собой. Встал, ничего нету. Что Бог дал мне память, знание Писания, в любое место Писания растолковать. В это верят. А что стер, Бог не верит. То есть этого никто не просит. И поэтому они живут с этой кашей. А я попросил, возопил, и Бог услышал. Я встал, ничего нет. А как? Ну, если ты хоть один раз слышал, ты не можешь забыть. Ну, разговаривает вот такой, ну, приехал-то от Твердохлебов, или вот такой приехал туда Рыбников, и с ним крестьянин говорит, он говорит, ну, трудная работа, очень трудная. Ну, колхоз, что тут сделаешь это? Ну, а хотел бы богаче жить? Да. А ты будешь мое учение поддерживать? А что дашь взамен?
чтобы ты распространял, что земля плоская, там, то, другое. К примеру говорю. А что для этого нужно? Горшок у тебя есть? Есть. Значит, жены, у тебя дети есть, трое ребятишек. Все, чтобы калу туда надо было. Ну, замерить надо, сколько калу оправить, если в горшок. Плотный, чтобы закрывался. И как из этого золота получить? А что туда добавить? Свиньи держишь свиного, там одну долю. Вашей должно быть 10. От куриц. И все это дело и запечатать, и на русскую печь, и шубой закрыть. И что будет? Ну, через месяц примерно, говорит, первые золотинки появятся, а потом вся эта масса в золото превратится. Тебе вот хватит. Но, говорит, одно условие есть. Какое? Когда будешь ставить, не думай о шкуре убитого белого медведя. Он этого дерьма набрал. Все. Как ставит? У него перед глазами шкура убитого медведя. Зачем же он мне сказал? Да он для того и сказал, чтобы она у тебя в башке была. Он тебе век не нужен. Он сказал, плоская там сфера, там какие-то ледяные горы стоят, не пускают. То есть даже дураком нельзя назвать это. И примут, сглотнут. Вот это шкура убитого медведя. Притом я как-то рассказывал об этом, что вырвать надо все. Вот когда дом торгует, и гвоздь один говорит, только чтобы остался. А он на него потом стал требуху вешать, и хозяев вызвали оттуда. Из души надо все вырвать. Попросить и забыть. За него молитвы нет никакой. Он вообще ни при чем. А? Он вообще ни при чем здесь. Ну, он ни при чем, на его учение через других или где-то пришлось. Дух-то один и тот же. Он ни при чем. Причем многие люди, ну, многие какие слушают его, он отравляет эфир. Значит, его знают. Это где-то 3 года назад, может, чуть больше. Я смотрел вот это видео отрока Вячеслава. Да. Чебаркульску. Да. Я все просмотрел несколько раз и очень внимательно. Да. И он это сказал. И потом уже я начал искать. То есть это от отрока Вячеслава пошло. И потом я начал искать его все время. Но начал искать в Библии сначала. Потом и вам вопрос задал. Крашенинников. Мне интересовало, Библия интересовала. Он ничего не знает. И динозавр, он как считал, мультики смотрел. Итак, церковь православная. Патриарша тщательно исследовала, увидела все абсолютно заблуждение. Мать там, Татьяна помогает одна, им нужен свой святой, чтобы здесь был. Мамочка, Славочка, Славочка везде. Там ничего нету совершенно. Верю и считаю, что это от Бога. А, ну пусть считают. Я тоже верю. Ну, одно заблуждение не бывает одно. Я тебе говорил, это цепь. Если поверил одной лжи, другая будет прилипаться. Я не поверил ни одному слову. Тем более, и многое позбывалось уже. Там исследовали очень грамотные люди с Московской патриархии. Все его книжки перебрали с родителями. И кто поклоняется, и все это опубликовали. Там ничего нету. Совершенно ничего нет. Бредня. Ну, я тебе сказал наше мнение. Хорошо. Так, дальше. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем. Как ты принял его, как ты уверовал, и вот это, так и ходи. Будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. То есть, как научены, не надо это. Никаких славиков, никаких вот этих разных отклонений не надо. Это ложь. А лжец не спасется. Это ложь стопроцентная. Понимаешь, тут нельзя еще добавить к этому. Ну, ложь, а что ее доказывает ложь? Она ложь, и так понятно. Ну, мы спросим сейчас, в школах, допустим, преподают, хотят учеников своих отравлять? Нет. Школы мира. Ну, минимум 4 миллиарда в школы ходят. Минимум. И всем преподают так, как есть земля, шар, летали космонавты, и все остальное электричество. Ну, так как все уже исследовано. И вдруг эти пигмеи вылазят, он что-то бормочет, фрик этот окаянный. А я не от него, а разницы нет. Краем, глазом, не он, Славик будет где-то, это цепь. Или целиком ее вырываешь, или она будет опутывать и опутывать. Я так говорю по любви к людям, которые не знают. Дальше, смотрите, братья, чтобы что? Чтобы кто не увлек вас философию пустым обольщением. Кто-то остановится. Смотрите, чтобы пустым обольщением, значит, было оно? Было. Это пустое обольщение. У тебя духовного ничего не прибавляется. Ни в каком плане, ни в понимании Писания, ни в отношениях с людьми, нигде, ничего не могут сделать. Я сам не знаю, где приходит там раздражение, что-то, а потому что это пустое обольщение. Почему? По преданию человеческому. По стихиям мира. Знаешь, что такое по стихиям мира? Ну, то есть все люди так делают. Ну, мирские, ну. Да, а не по Христу. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти.
И дальше говорит Ефесянам. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения. Вот это ветер надул, и вот колеблется, то примут, это примут. Это не надо, нельзя. И считать, что, допустим, ну 28 тысяч священников, патриархии, все до единого, все понимают так, как есть. Устройство космоса, ну что все масоны, и я никого не признаю. Все до одного архиерея так понимают, и все понимают иное, это насмешка. Насмешка над живым человеком. И главное, раскаяние, это так легко. Просто даже ничего ты не понимаешь, и, ну все абсолютно. Ну что ж они не понимают, что надо полное погружение? Все. Что нужно? Ну священники все, сколько их тысяч, вы сказали? Ну. Почему они все не понимают, что надо полное троекратное погружение? Что ну, надо Евангелие понимает. Про... Сказать, так это единицы. Да, я поясню. Что... Истина там, где единицы. Да-да, я писал на каждый праздник Рождества или на Пасху. Когда еще у меня, кроме пишущей машинки, ничего не было, я на тонкой бумаге папиросной, там 8 экземпляров, перепечатывал и писал. Во многих храмах, монастырях уже построены купели. Это ваша работа уже да. Со временем. Да, да, я много лет, это почти полвека. Но другого нет, это церковь, корабль. Церковь православная, это мать нам, и поэтому я старался изнутри. И вот только сегодня мне благодарность пришла от митрополита. От митрополита. Дальше. Притча. Притча 19:27. Угу. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума. Вот это что, даже вот, там Славик сказал, это против разума. Там нет ничего. Это уклонение от разума. Да и зачем вопреки идти? Вот начинает АБНН говорить. Ничего пока нету. А можно без него? Лучше бы без него. Что об этом говорит все священноначалие Русской Православной Церкви Московского Патриархата? И говорят абсолютно правильно. Ян Крестьянкинов, где-то говорит там Николай Гурьянов. Я уже беру таких, которые... А вы кому прислоняетесь? По слову Божию, печать не может прийти раньше Антихриста. Ну не может быть. Советской власти нет, а печать бы была. Как туда? А кто будет печатью заведовать-то? Начертание. А вот дальше мы прочитали, смотри. Колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Сатана, как рыкающий лев, это хитрое искусство, как обмануть людей, чтоб поверили, что земля плоская, что там что-то есть. Я к примеру говорю. Земля тут ни при чем уже, мы этот вопрос проходили. Но они обольщают людей. Библия — это жидовская книга. Христа никакого не было. Это обманщик. Это вот этот человек говорит. За этим, а я-то признаю. Игнатий Тихонович, конечно, на чертание уже ставят. А? На чертание уже ставят. Ну, может быть, и ставят, может быть, видимо, где-то. Я видел, в Америке там делают эти разные. В России? Да. Уже в России. В России, может быть, там где-то что-то, но пока этого еще нет. Мы можем покупать и продавать. А кто не имеет, тот не купит. А мы не имеем, а покупаем, все, значит, там ничего нет. Потому уже... что ни один не купит, не продаст. Тут легко понять, это та самая, которая в Писании написана? Нет. Еще не та, это проверка идет. Готовы люди или нет? Не готовы. Я очень боюсь за Дональда Трампа. Просто боюсь. У меня побуждение молиться больше всего за него. Что он сейчас чего делает? Вы боитесь? А? Чего вы за него-то боитесь? Покушение. Кто вам сказал? Никто. Я на молитве просто это чувствую. Как он ненавидим сейчас ими. Он разрушает все. Он за первые дни 48, кажется, указов, что ли, Обама полностью вычеркнул. Он бы не стал президентом, если бы он пошел против я них. Я понимаю. Но однако, вот. И теперь. Время его подошло. Он должен сделать это. Он сейчас сделает вот такую бучу, да. И все. Да. А это спектакль, все. Зачем бояться? Понятно. За него. Его никто не убьет. Для нас это лучше, когда у нас будет мир с Америкой-то. А он с Путиным говорил 50 минут. Нам-то еще нужна война с Америкой. И что? Да так. Но они видели, что вот так ничего не получается. Значит, они теперь другой ход делают. Но он-то верующий, как он называет себя. Верующий. И поэтому он сейчас заботится, что, кажется, 8 стран, которые мусульманские, не принимать от них никого пока. А сирийцы, которые бегут христиане, они не могут к нам приехать спасаться. Поэтому мы должны помочь. То есть речь идет о средствах, видимо, выделять будут. Но это вообще... Даже сказать нельзя, за него надо молиться, что он помог сирийцам сохранить жизнь. И он говорит, христиане самые гонимые. Я посчитал его выступление, ну, я на пенсии, у меня есть время. И теперь что? Хитрое искусство обольщения, больше ничего нет. Он сатана, он меняет тактику.
И вот этот сегодня один, там Левашов, Твердохлебов, разницы нету. Дальше. Откровение. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Называют себя учеными, то другое, профессора лжецы. Я это все исследовал. А про мечевы слов не надо говорить. Это, ну, это в Википедии. Это и... про официальную науку, да, говорится. Да. И дальше. Научи меня, Господи, пути твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Чтобы ты мог им противостать таким. Ты не просто должен это узнать, а противостать, кто будет говорить так. Вот я иду в поезде, и со мной едет священник. У него мирское высшее образование, там психиатр, кажется. И вот дух, душа и тело написано у Луки. Лука воина Ясинецкий написал. Я говорю, неправильно написал. Вот здесь надо так. А священник против. Я говорю, давай до конца договорим. Ну, пока ехали там, ну сколько, я не знаю, там полдня. Я выхожу где-то, он стоит с другому и доказывает, как я ему доказываю. Он сразу это принял, свое выбросил и все. Все, потому что неправильно. Мы вчера считали, и сегодня ли считали, что дух и душа, говорит, это одно и то же. Дух и душа, это одно и то же название. Сегодня ему, а в филак-то я крупно там сделал-то. Вот и все. А когда говорят они вместе, там говорится о настроении. Душа одна, две субстанции. Никакой троичности нету. Нигде нету в Библии это. Вот человек лежит, прах земной, и вдунул дыхание, все. Дыхание, а потом-то не добавлял никакое третье счастье. И теперь как? Человек идет, говорит, в землю, с которой взят, а дух возвращается к Богу, экклесиаст. А душа где? Молчат. Я говорю, это одно и то же название. Одно и то же. Душа, душой называется иногда весь человек вместе с телом. Почему? С Яковом в Египет прибыло 75 душ. Ну что ты думаешь, души сидели на ослах там, на верблюдах? Это люди, у меня, говорит, семья 5 душ. И Писание приноравливается к нашему пониманию. Хотя сидели не души, а человеки. Люди, по-современному сказать. Надо же, ну, поправку какую-то делать на то, что Бог нас любит и нашей терминологией пользуется. Столько-то там было душ. Когда апостол Павел упал, Евтих из окна, упал на него и говорит, душа его в нем. Что означает? То ли она вернулась, или не заметили, что он еще живой был. И отрока привели, он живой. А в другом месте и дух, прими дух мой, Господь говорит, сам. Не душа, а дух, что это одно и то же. Одно и то же название. Я, кажется, 28 названий у души. Названий. Душа моя прилепилась где-нибудь. Что, она пластилиновая или как прилепилась? То есть полюбил ее, безмерно готов отдать за нее душу. То есть разные вот такие, надо понимать, о чем речь-то идет-то. Не увлекаться разным учением. Дальше. Деяния. Сказал. О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства. Сын дьявола, враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Вот к этим людям, о которых сейчас говорим, вот к ним это слово относится. Прямые пути. Бог открыл. Наука все это уже подтвердила. Мы этим пользуемся. Ну и на этом все. Так, а я буду так понимать. Понимай. Но это ложь, который ты понимаешь. И ты даже не знаешь, что за этой цепь целая тянется. Игнатий Тихонович. Да, одна ложь не бывает. Да наука официальная, сколько лжи. Это не наука, он не там написан, лженаука, он ничего нет за ним. Это просто протравил мозги человеку, который... Вот именно что в науки мире, нет. В мире правды нет. И это вы сколько... Мы сейчас его, давай его ролики откроем. Этого Рыбникова? Конечно. И он говорит... Ну один откроем, просто я... Бога нет. Ну то, что это. Ну, Бог, нет, так конечно. Нельзя. Или это ты безложный. Целиком принимаешь его, или. Ну как целиком-то? Ну как-то. Да я... он состоит-то не из глаз только. Я принимаю, что о Ньютоне он правильно говорит. Да откуда тебе знать, когда ты Ньютона-то не знаешь? У тебя грамота совершенно. Да я физику знаю немножко. Ну что ты знаешь? И он... А кто что Ньютон-то сказал? Что он против-то? Он сказал как, что если масса увеличивается, ну, да. То если одну гирю привязали к другой к ней. Да. То увеличивается ускорение. Да. То есть от расстояния. Угу. А он показал, что ниточка, шарик надул. То есть да это, ничего он не показал. Это надо расширять. Ничего он не показал. Как не показал? И не показал. Он опроверг полностью. Он надул пузырь, он у него здесь на губах показал, лопнул, больше ничего нету. Ну как нету? Ну ладно. Ну это физика. Ты можешь верить в это, но знай, что он лжец.
И о нем все это показано. И он показывает такую необычность, вот как Герман Стерлигов. А он ничего не знает. Или умышленно травит людей. А как ему имя? Разрушитель. Нигде в мире церкви нет. Ну, Герман-то признает хотя бы одного епископа, но какого он не показывает никому. И вот заметь, как Герман Стерлигов говорит, хлеб дрожжевой вреден. Ну, как же так? В Израиле только одна была пресная неделя, а их-то 56 недель. 55-то ели дрожжевой хлеб. Нет! И надо, если дрожжи, то самому делать. А как он делает? Каждую булку за 600 рублей продает. Каждую булку принес в редакцию, им говорит, 450-600 рублей. Ну, понятно, что жулик. Ну, и к нему показывают бородатые люди, сидят, он в русском, мужик там в русскую печь, сколько меду льет. Но он мне сразу понравился. Я как его увидел по телевизору, как он перекрестился, и так как начал, то есть видно, что человек сильный. Он тебя за еретика считает. Видно, что он мошенник из мошенников. Жулик. Я в него был два раза. Никакой он не жулик. Это принял, когда-то был. Он сам раскаивается. Он говорит, да? Нет. Он сам раскаивается. Недавно только я про его ролик смотрел. И заметь, как он хитро. Ну, другие-то мужики учатся у него. Говорят, ну, приедем дома, будем так. А ему это не надо. Он говорит, нет. Тут понимаете, в чем дело-то? Дрожжи должны быть из определенных зерен. А когда берут туда, там их протравливают, чтобы не было насекомых. И поэтому у вас уже отрава попала. А где брать? Свой участок надо и пахать сахой. Ну, понимаешь, он невыносимый. Теперь слушай дальше что. Когда это люди говорят, ну, все-таки можно делать? Можно. А потом видишь, что они в самом деле, мужики-то поверили ему. Он говорит, но ведь соль должна быть особая. Какая? Не магазинная. А где? Ее буквально, говорит, выпиливают внутри земли, но я не могу открыть, где это делается. Только оттуда. Он все знает как. То есть соли тебе никогда то и не достать. И у тебя не получится. Ты не думай об этом медведе. У него из этого дерьма выпали золото. Дети говорят, подъезжаешь, ящик такой. Там хлеб и деньги. И написано, если ты там не имеешь на пропитание, возьми хлеб бесплатно. Никто не берет. Я знаю это. Если ты добровольное пожертвование, столько как в церкви. Если ты имеешь, а человек, ну как, хлеб-то я могу купить. Понятно, тут все, он знает, как, представь, миллиарды нажить, когда страна разорялась, он миллиардер, первый мультимиллиардер. Что ты спрашиваешь? Это говорит, что человек умный. Алису там образовал. И вот заметь, Слава Крашенинников за тебя зацепился, Герман обманщик зацепился, ты целую цепь обмана тянешь. Почему лжец сатана? Господи. Ты видишь, сейчас я еще и на многих не говорю, у тебя обязательно ты будешь хватать только то, что лживое. Так у меня Славик 3 года назад зацепился, и что, и я здесь с вами сижу сейчас. Да, слушай дальше. Но это ничего. Теперь считаем. Может, дальше. Он молится за меня. Откуда вы знаете, Игнатий Тихонович? Я за тебя молюсь каждый день. Ну, вы тоже молитесь. Спасибо. Не менее, говорится, 80 раз каждый день. Чтобы сатану Бог из тебя изгнал. Дьявол в тебе он тащит все время. Просто серьезно так. Нет никакого дьявола, и беса во мне нет. То есть это вы утрировали очень. Ты не можешь так придумывать. Я даже вот так слушаю вас и думаю, Игнатий Тихонович, не Игнатий Тихонович. Давай, считаем дальше. 1 Иоанна 3:8. Кто делает грех, тот от дьявола. Так, скажи. Люди, которые не признают Христа за Бога, а дьявола ли от человека? От дьявола, конечно. От дьявола. Ты этих теперь проверь. Теперь люди, которые говорят вопреки Библии, а дьявола или нет? Конечно, от дьявола. У Славика, у него 99% против Библии. Ну, а что там против Библии? Я тебе сказал. Я тебя не убеждаю, я тебе сказал. Наоборот, нет там. Я пересмотрел. Ну, все. Я тебе сказал. Да что ты смотрел? Я пересмотрел все, переслушал все ролики. Да все, что написано, им написано, мать там, поддиктовка была-то. Ни одного слова нет евангельского-то. Он ничего этого не знал. Мать воспоминания писала. Ну и все. Так сколько воспоминаний-то еще прибавлено-то? Ну что тут говорит? Ты понимаешь, ты с легкостью принимаешь все, потому что этот дух заставляет тебя тянуть эту цепь. Игнатий Тихонович, я сердцем это принял. Ну хорошо, принял, потому что ты годен для этого. Ну, годен, хорошо, годен. У меня такое сердце. Почему я не принял? Мне Господь дал сердце. Вам Господь дал в уста Слово Божие. Дальше. Все. Сначала дьявол согрешил. Он есть лжец и всякая ложь от сатаны. Если он Библию неправильно признавал, от сатаны. Христа не признавал по Евангелию от сатаны. Лжец. Он дьявол. Ты хочешь, не хочешь, из этого стиха выйти нельзя. Всякая ложь от дьявола написана. И всякая неправда есть грех. И держа в себе эту неправду, ты все время в грехах. Прекратить причащаться, пока полностью все не расскажешь священнику, не покаешься, пока не выйдет. В чем именно, скажите? Во лжи. Какой?
Я уже сказал, не надо, а то опять будет сегодня. По порядку. 2 Коринфянам. Павел говорит, боюсь. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. А какой он его хитростью прельстил? Обман. Ничего не будет. Ты верь Славику, верь там этим твердохлебам разным. Ничего не будет. А уже душа отравлена. Она уже этой долголетней блевотиной отравлена. И вот, говорит, прельстил ее, он дал, стали как боги, не стали. И сегодня это, то, что я тебе говорю, тебе это скажут все христиане. Это и так понятно, то, что... Теперь смотри, Деяния 20:30. «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Превратно, значит, будут. А как они? Ни одного слова нельзя проверить. Я как-то писал об этом Славу, Славик этот, Крашенинников, Чеборкальский. И брал места, из 10, 9,5 неправильно. Что ты хочешь? Совершенно не по Слову Божию. Вопреки Слову Божию, ему анафема, а не канонизация. А ты не знаешь даже, не знаешь, потому что Писание плохо знаешь. Просто, говорится, отвратительно плохо. Ты бы сразу сказал, да ты дурью мается. Пацан-то, да мы еще не знаем, он ли говорил, или мамушка там с этой Татьяной, которая раскрутку ему дают. Я не могу утверждать, что он сказал, я с ним не встречался. Дальше. Я принимаю сердце, мигрантик, я вам говорю. Сердце? Да. Кто знает сердце? Оно крайне испорчено. Крайне испорчено, Соломон говорит, сердцу не доверяйся. Оно крайне испорчено. Это глубокие воды. И кто вычерпает? Какое сердце? А какая жизнь предыдущая была-то? Это тоже... И вас я тоже сердцем... Все, получается. А сердце? Ошибка, что ли? Вот эти люди, которые превратно, дабы увлечь, у них тоже сердце. И который символ волк отвращал стерги. И у меня не изменилось ничего. Ничего не изменилось. Дьявол один и тот же. Он не спит. Он день и ночь трудится. Он ищет себе сосуды. И особенно, когда человек уже правильное крещение принял, все, он двумя руками держит, это ценная добыча. Теперь он ни под каким видом не отдает ее, но может встать сразу, раскаяться и все, говорится, рога в землю. И теперь смотри, из вас самих, и говорит христианам, восстанут люди, которые будут говорить превратно. А зачем? Чтобы за собой увлечь. А зачем они им нужны? Не написано «увлечь за собою». Или доход какой-то, что-то связано с этим, может быть, с почтением. Ну, будут говорить превратно. Превратно, то есть на выворот все. Превратно, вот так вот выворачивать. И ты не думай, а о чем говорить. Обо всем у них превратно. Они у них все превратно. И заметь только, ты открыл, Славика мы не говорили, сейчас ты открыл, опять лжец один зацепился. Еще что-то кого-то откроешь, и там лжец. Истинные друзья у тебя никогда христианами не будут. Потому что там прокисшее все. Выбрось это. И дальше Галатам 1.7. Будут учения говорить, которые... Которые, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. То есть это люди, которые желают превратно на выворот говорить. Так а зачем это нужно? Чтобы увлечь за собою. Ты это знаешь, что есть всегда такие люди находятся. Тем более по таким вопросам, которые оспаривать не надо, а то общепринятое мнение. А слабики тебе церковное начальство сказало... Я не верю. Но не веришь. Допустим, я разбираю... Они ведут весь народ за собой в ад. Это другой вопрос. Это другой вопрос? Это другой. Мы так говорим... я должен им верить, да? Нет. Зачем в этом верить? В этом не надо верить. Верить только в том, что сходится с Писанием. С Писанием. А по Писанию Славик, он обманщик, он ничего не знает. Я не конкретно о нем говорю. Может быть, мать виновата. Он, я его выступления-то нигде не вижу. Чтобы он говорил там перед рупором. Или мальчишка там, я не знаю, лет 12, что ли, ему было там. Да. Ну, совсем молоденький. Это все это дурь. Дальше. Иеремия. А этого слова бремя от Господа. Впредь не употребляйте, ибо то есть, бремени... Что вы сделали? Посты, это бремя, это тяжело, от Господа тяжело. Ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы вращаете слова живого Бога. Господа Саваофа, Бога нашего. То есть извращают. Это было во времена пророков, Иеремия 600 лет назад, откинь. И были люди? Да, были. Дальше Иоанн говорит,
Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Это говорит людям, которые приносили жертву, которые молились, которые тщательно соблюдали закон. И Господь говорит, наш Бог, это отец Авраам, он говорит, нет, и дьявол. И хоть поверили, не один. И только на него говорю, а он не от Бога. Как вот я сегодня слушал, мы с тобой говорим, ты говоришь, а ты сам такой. Ты сам такой, ты перешел грань. То есть сделал рывок очень опасный. Я для тебя уже никакого авторитета не представляю. Эту беседу сейчас я прочитаю об этих разных, не буду говорить больше. И тебе больше никто не скажет. До сегодняшнего дня ты еще слышал от меня, а теперь я посмотрел, никакого авторитета я для тебя не представляю. Я говорю, в тебе сейчас говорит лживый дух, бес. А ты сам такой. Я переслушал, думаю, может я ошибся, не расслышал, нет, ты сказал эти слова. Сказал, то есть я для тебя уже никто. Игнатий Тихонович, да. Вот я много пересмотрел ваши видеоролики. И я заметил одну такую, ну я не хотел об этом, потому что да, говори. Я вас люблю. Да, да. Но у вас так, Тому Анафия, Василий Великий Анафина, Сергий Радонежский Анафима, царь никакой, матренышками возятся. На, занятиях Сергей Пупков говорит, а вот мытарство Александра смотрели, да он бесноват, то есть у вас все бесноваты, да, обожди, у вас все это, везде анафема, то есть... Ты сейчас обожжись. Но это поношение святых. Я считаю, что вы поносите. Если ты сейчас не можешь доказать этого, то тебе будет трудно идти дальше. Где ты видел, чтобы Василия сказал анафема? Где? Это было на одном занятии. Никогда не было. Это было. Ну докажи. Ну это надо перебрать занятия. Ну перебрать. То есть вы даже сказали, это с Сергеем разговор был, по-моему, да. С Петербурга, как его? Так. И вы даже сказали, да не бойся анафема, если не, не если, если он говорит вопреки, Павел говорит, а ты не я говорю, при чем тут ну. Я? Ну, но... это святой. Нет, святой, не святой, мы не можем утверждать. Мы знаем, если вопреки Евангелию анафема, это я говорю. Пересчитаю слова. При чем тут я? Я говорю анафема. Причем тут я? Все равно, Игнатий Тихонович, везде это, вокруг себя показывать это, пальцем и говорить очередная ложь. Бесноватый, то тоже. Ну. Бесноватый я не говорил. Это даже не, ну, не вокруг себя, я имею в виду. Нет, не надо. Тот бесноватый, тот бесноватый. Ну все бесноватые. Ты слушай сейчас внимательно. Ну. Вот он говорит, ваш отец дьявол, мы можем опровергать это? Не можем. А? Не можем. Ну как так? Люди Богу молились. Вокруг стоит толпа огромная. И все, что? А их отец дьявол? Отец, значит, и не рожден от дьявола. Служит дьявол. Да кто с этим согласится-то? Может, может. Ты реальную картину представь. И мы там стоим. Дальше. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы желаете исполнять этого лжеца похоти. Ну какие ну, похоти? Ну вот, например... Вот он, хотите да, хорошо. Исполнять. Какие вы за мной такие тяжкие грехи замечали? Сейчас, подожди, я прочитаю, а потом отвечу. Теперь, которых ты сейчас назвал, говорил вот это, вот это, вот это, Сергий. Есть канон, что если человек принял монашеский чин, а потом снова облечется в военную форму, то есть опять пойдет воевать, да будет под клятвой, то есть проклятие. А кто это сделал? Сергий Радонежский. Это не я, это каноны говорят. Я его канон этот открыл и прочитал. Канон на нем лежит. А что нужно было делать? Сразу его останавливаете, все на этом. Хорошо. А есть такой канон, который запрещает верить, что земля плоская? Нету такого. Видите, нет. Нету. Такого канона. А вы уже, вы уже две недели мотаете вот, меня. Я тебя по частям подвожу сейчас. Две недели вы уже мотаете. Я говорю, что мне надо эпитимию назначить. Так, подожди. Что мне надо раскаяться. Ты можешь это повторить потом, что две недели? Ну, сегодня какое число? Так. Я приехал 19-го. Ну? Я живу у вас сколько? Ну, сколько? Ну? Ну сегодня сколько? Второе. Так? Так, второе. Ну? Ну, так я о чем говорю, чтобы ты не забыл это. Что наконец-то нашелся человек, который две недели неустанно и молится, и тебе это говорит. Ты не отрекайся. Теперь ты не имеешь возможности сказать, что твои заблуждения знали, лживого духа обнаружили и показывали, как и знать. И никто этим не занимался. Когда я считаю что-то подобное, я всегда говорю, неужели в то время не было ни одного человека, который подсказали бы, вот, допустим, Пахоме Великому. Ну зачем 11 мужиков сидеть за забором-то? Неужели ни одного не было? Ты уже не имеешь права сказать. И когда я говорю проповедь, я говорю, для вас сегодня значимый день. Для вас сегодня может двери рая Бог открыть. Но и значимый день в том, что если вы не примете, другой раз не может не быть никогда. И поэтому для тебя или ты принял, или не принял. Или ты уже тебе больше никто этого не скажет, доводов таких никто не будет говорить, и ты в этом умрешь. Вот чем, что? Ты две недели сказал, все?
Вот, седьмое правило вот это вот. Ну-ка, прочь. Вот это какое? Седьмое? Да, да, да. На, прочитай вслух. Так. Седьмое. Вчиненным единожды в клир. Включен в клир. Что это означает? Ну, включенным в клир. Ну. И монахом. И монахом. Что включенным означает? То есть уже записано, дали обещание, дали клятву, как они говорят. Ну. То есть уже все, на нем руки возложили, постригли его, он монах. Определили мы вступать. Да. Кто? Александр и Андрей, которые, как называются? Ослябля и Пересвет. Пересвет. То есть их уже постриг Сергей. Ни воинскую службу, ни в мирский чин, иначе дерзнувших на сие, и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога предавать анафеме. Но так, Игнатий, при чем здесь? Они, если раскаялись, например. Да их убили, что ты дурью маешься так? Раскаялись они. Но если... ударили в пих, он умер сразу. Но если бы пришел и раскаялся? Ну не надо если, мы конкретно о людях говорим, которых Сергий Радонежский благословил. Он их размонашил. Ему анафема, им анафема. Что вы играете? Но если уточнение, то есть если не раскаялся. То есть, да он не раскаялся, Сергий не раскаялся, на него все время ссылается, кто воюет, а Сергий благословил. Благословил? Благословил, значит, анафема ему. Ну не я говорю, это собор говорит, вы меня забудьте, меня нету, я стерся. И теперь оба, а может раскаялись, их убили. Там не до раскаяния было. И показывает, как он разлетается, челубей несется на коней, друг друга ударили, друг друга убили. Ну и какое раскаяние? Сейчас играешь-то с чем-то? Я имею в виду, что если он может раскаяться, то есть пишет, что если не раскаяться, за гробом, значит она. Зачем ты сейчас, если, когда мы конкретные люди, мы, зачем ты виляешь-то так? Вот это не могу. Мы конкретно говорим, Пересвет и Ослябя, они приняли монашеский чин. Их постриг Сергий. Он каноны эти признает или нет? Он не признает. Так Писание, что говорит канон? К анафеме ему. Игнатий-то при чем? Андрей Кураев говорит, Игнатий-то не при чем. Он просто целые пласты вскрыл, которые мы забыли. Ну, это, знаете, конечно, перед Богом все-таки, да? Нет. Ну, Господь мы... судья. Нет, так нельзя. Потому что Сергием Радонежским нынче пользуется на все благословения, на войны в Чечне. В Афганистане больше миллиона убили. И все благословляется им. В Афганистане что сейчас сделали? А всех отпевает, кадилы гремят. В Афганистане-то туда царь даже не входил никогда. Получили? Да ничего не получили. Две войны чеченские проиграли. Сколько положено? Зачем? Финляндия объявили войну. Финляндия-то не объявляла войну. Она ничего не делала. Просто напали на нее. И все это боголюбивое воинство. Зачем неправду поддерживать? А лжец он обязательно должен поддержать их. Александр и Андрей. Пересвет и Ослябя. Они в монашеском чине. Теперь он их посылает на войну. Я сказал, что анафема. Почему? Это какой канон правила? Седьмое правило Четвертого Вселенского Собора. Пожалуйста, Вселенский Собор. Столько епископов. На четвертом, кажется, 630 епископов. И там какой-то маленький Сережа сидит. Пришел из Радонежа. Один. И 630 епископов православных. Вы что играете это? У вас веры никакой нету. Подлиза окаянная. И вот сегодня нравится, буду говорить, буду воевать, иди воюй. У меня один был, ну я-то еще и боюсь, не пойду, на других пошлю. Один развоевался вот так, я тебе скажу, кто, богослов большой считается, Лев Лебедев. Я говорю, куда посылаете, кого? Ну, тут вы правы, конечно, вот у власти я бы тоже, наверное, не благословил, чтобы за ее защищали, воевали. Все, я дальше говорю, вы Бога не знаете, и не любите, и людей не любите. Он опять, вот тут вы правильно сказали. Мы, священники, людей не любим. Чего ты за них заступаешься-то? Зачем тебе это надо? Зачем ты подлизываешься к ним? Он согрешил. Он нарушил 630 епископов. И написано, второе правило 6-го Вселенского Собора. Кто дерзнет иначе, то-то, то-то будет, то-то, то-то, вопреки правилам. Ибо это сказали не люди, а трубы Духа Святого. Тогда никакого православия-то нету. Вы что лукавите-то? Я сказал, в одной лжи не раскаялся, целая цепь идет. И тут... Я говорил анафема. Не говорил я прочитал. И моя вина в том, что я открыл и прочитал. Я занимался 3 года канонами. Симфонии составлял. Андрей Кураев это увидел. А вы ничего не знаете, не видите. Игнатий-то ничего, говорит, не открыл. Он просто пласты нами заваленные поднял. Он увидел это, профессор. Тогда еще он негонимый был. И что? Он говорит, он был человекоубийца от начала. И этому он научает людей. И не устоял в истине, которая на небе была. И почему нет в нем истины?
А если нет истины, то дьявол. Чего вы боитесь этого слова? И вот все пророки, и он пришел только один, видел, и все бесноваты, во всех бес, во всех до одного. Я видел, как в устах вошел злой дух. И увлечь Ахава надо было. И Бог сказал, иди и сделаешь это по благословению Божию, чтобы увлечь, чтобы была как бы естественная его смерть. Я что сказал-то? Третья книга Царств. Я показываю глава стих. И тогда сын-то этот, Сидекия, сын Хенана, ударил его по щеке. По какой это дороге отошел? Ну, знаешь потом. Никто в это не поверит. А сколько их там было? 400-850 пророков. У Лии было 850, и все до одного бесноватые стали в один день. Да они же говорили правду. До этого момента. С этого момента все бесноватые. А где он вышел, дух? Нигде Писания нету. И потом он не вышел. Он их утащил с собой. В свиней войдите, а свиньи бросят. А куда свиньи делать? Да трупы прибило, их воняли, лежали. Куда они денутся-то? Но ему куда-то надо войти. Сегодня он избирает отдельные сосуды, заходит туда, и теперь ложь за ложью. Вот о чем не заговорим. Я сказал, а я не говорил. О Матроне я сказал анафема. Где вы это считали и слышали? И никогда не говорил. Не анафема, ну, возитесь с матрёнушками. Не, не надо выдумывать. Ты уже просто... Почему? Я тоже не выдумываю. Мне нет смысла выдумывать. Да нигде я не говорил этого. Ну не говорил, ты не найдешь, никто не покажет. Зачем тебе? То есть ты уже делаешь... Но мне не надо подкапываться под вас, понимаете? Нет. Мне это не надо вообще. Не говорил. Я не хочу, например, я не говорил. С вами портить отношения. Да, я не говорил. Вы не говорили, что возитесь с матрёнушками? Ну другое дело, или нафиг им продавать. Возитесь, я и про это сказал. Чего вы с мощами-то возитесь, когда живого Бога не знаете? А ты уже добавляешь анафема. Нет, так анафема только Василию. Не говорил я этого, не говорил. Я говорю, если вопреки Писанию, то анафема ему. Причем тут я, когда, если мы апостолы, ну, всем апостолам анафема, если ангел, ангелам анафема. Это было на занятии, был разговор о чем-то. И Сергий привел, говорит, а Василий Великий. Да не бойся, если не по Писанию, если я согласен. Да. Ну. Но я ему разве сказал анафема, если он по Писанию-то? Нет. Я сказал, Павел говорит, если. Чего вы решили, что я ему анафему? Я каждый день ему молюсь, ты слышишь? Слышу. А как же бы монафем, я бы ему молился, что ты городишь-то? Ну прям совсем никак. То есть ложь целую цепь тянет. Теперь ты это. Но Сергию Радонежскому. Я говорю, это должны решать, не я решаю. Ну правильно. Я ему анафему не высказывал никогда. Я говорю, согласно канонов, заметь, какая осторожность, должны были произнести ему анафему. А при чем тут я, когда канон гласит? Четвертый Вселенский собор, седьмое правило. Ко мне не прилипает ложь. Даже когда суд шел, суд, и отец Геннадий Фас говорит, у православных есть святая ложь, кого-то спасти. Но Игнатий, говорит, от всех отличается тем, что он никогда не допускает никакой лжи. Ни один человек от меня лжи не слышал. За 77 лет. А было, что ошибался? Было. Но я прости, Господи. Я сказал еще целые полчаса, да, а в это время часы перевели, а я не расслышал. Я сказал, сиди тут. Мы двое опоздали. Сейчас сколько много лжи в этом интернете. Ну да. Перепроверить невозможно. Твой дух то подсказывает тебе. То есть вы можете автоматически просто передать, ну и ошибиться. Никак. Ко мне ложь не пристает. Ни с какой стороны. И говорить, что я теперь в этом не разбираюсь, но там, где я стою, не разбираюсь, что Земля круглый шар, так понимают все люди, все. Это еще за 6 столетий до Рождества Христова понимали. Я показал материалы, собрал, какую работу-то проделал, отнял. И главное, доказательства, которые я говорю о шарообразности, сейчас мы не об этом говорим, как издалека видать, как этот бугор мешает, потом выше. И теперь это показано здесь. Так откуда они? То есть это естественно и так понятно. У меня не один раз так было. Мне звонят и говорят, вот сейчас, говорит, выступал этот Алфеев, митрополит. Это ваши слова говорят. Я иногда беру, смотрю, скопированы, прям скопированы. Ну, в том порядке слова стоят все, и запятая, и новая. Так нельзя сказать. Прочитал, может быть. Я не обвиняю никого. Может быть, даже не считал. Но Господь ему подсказал так сказать. Андрей Кураев вот сейчас только прислали, два раза, говорит, выступал. И он вашими словами говорит. Он сам здесь был у меня, здесь. Мои книги. Я не пойму, как вы не видите, что вот эти... Чипы, номерки, вот эти документы, это действительно ведет я к печати Антихриста. Я это вижу, ну, и говорю. А вы покрываете, то есть, это опять синод. Ложь. Очередная ложь. Вы говорите, что они все разобрались и слушаете, то есть, они... в священноначале все говорит правду. Это видео есть. Почему ложь? Нету этого видео. Я говорю, что как это не видео? Печать Антихриста. Не эту. Но это не печать. Нету, но... Ты непрерывно прибавляешь. У тебя это вошло в обычай. Я говорю, что если можно, упрись, не принимай.
Я лишился однажды 17 лет работы, когда мне начислили там страшные цифры. Об этом я и знаю. Только из-за непринятия ИНН я не пошел. Хотя я мог выиграть процесс свободы на 100%. Я не пошел. Как я за это? Я против, но говорю, что это не начертание. Вот и все. Ты понимаешь, даже слова мои не можешь... Ну, первая ступень. Вы, вы сказали, ИНН это первая ступень. Да. Это ваши слова? Может быть, вторая или третья ступень. Но это другая разница. Я признаю, не признаю. Нам, наши общие, они не присвоили. Говорят, мы даже знать не знаем, почему. Для учета им легко искать. Легко искать. А на меня как это влияет? Никак. Я хожу в магазин, беру. Да я за всю зиму ни разу не был. Видишь, у тебя так легко ложь проскальзывает, ты даже не замечаешь. Ты обвинил, кого ты перечислил, Василия Великого, еще кого? Что я бесноватый сказал, да я и не говорил никогда. Не говорил? Тебе не надо утверждать, что я говорил. Во-первых, ты не докажешь, а во-вторых, зачем тебе это доказывать-то, когда я перед тобой живой? Знаете, Кирилл, я почему в первом же видео, когда вы посадили, я говорил, не надо. Ну. Не надо, потому что все перейдет в споры. Не надо. И это все будет наматываться, накручиваться. И дошло до того, что это бес, это вы. Так, понимаешь, это вы... кто это говорит? Это демон и говорит, что не надо, он засел. Это надо. Ты не понимаешь даже. Я молюсь и непрерывно скорблю о тебе, и мне внутренний дух говорит, надо. Он должен уехать другим отсюда. Ты даже не понимаешь, для чего это делают-то. Да вы заблуждаетесь просто, и все. Вот и все. Какой же у тебя авторитет-то? Ну понимаете, вы заблуждаетесь, и все. Понимаешь? И ты не можешь доказать ничем, что я заблуждаюсь. Нигде. А слова эти уже вылепил. Где я заблуждаюсь? Давай, пиши. В чем я заблуждаюсь? Что земля круглая. Ну а какая? Что земля глобус. Как ты докажешь, что я заблуждаюсь? Ну потому что в Библии куча стихов. Да какие ты нашел, когда написано земля шар, то всегда круглая. Да как, на столпах стоит и не подвигнется. Да. Это десятки стихов. Ну, столпы это означает прочность. Да нет, это прочность. Она не подвигнется. И все. Как прочность? Ну хорошо. То есть вы... Основал землю на водах. Тогда куда столпы деть, когда на водах основал? Десят. Ну это тоже один стих есть такой. Это тоже один стих. Ну так достаточно. Она и на водах стоит. То есть одного достаточно. Если, например, достаточно. Если идешь. Ну там у вас была полемика со сектантами. Вы приходите. Как там? Я смотрел вашу. Они вам 7 стихов, а вы им 77. То есть ваша победа. А вы здесь говорите, что одного достаточно. А здесь 40. Нет, нет, одного нет достаточно. Нигде о том, что она не на водах стоит. Она на водах стоит. Ну, знаете, это спор не надо. Это как филиокли, понимаете? Нет, это понимаешь, что Иоанн Златоуст говорит так. Когда это мы... не надо. Иоанн Златоуст говорит, что нужно понимать, это в Бытие, я читал. Но? Я верю ему. Какой том? Четвертый. Там 102-я страница. Ну, я прочитывал, вот у меня ну, есть. Ну, и что? Ну. Сейчас мы закончим это. Мы к этому не должны были. Ну скажи, ну, что это, можно я прочитаю еще тогда? Не надо пока. Сейчас не надо, мы закончим это дело. Ну давайте закончим. Мы оба знаем, что это написано. Нам время даже тратить не надо. И дальше смотри. Это было от начала, он не стоял в истине, ибо нет в нем истины. И когда говорит ложь, говорит свою. То есть любая ложь от дьявола. Любая. Ты сейчас сказал, я сказал анафему, я не говорил, уже солгал. Теперь... А кого ты еще перечислял? Я не говорил на Сергия Радонежского. Не говорил. Я говорю, канон говорит. Опять солгал. Ну, выразился, значит, я тебе не говорил, что значит, ты говорил. Неправильно выразился просто. Неправильно выразился. Это ложь. Ложь. Ну, а ложь от дьявола. Отец лжи. Прошу прощения. То есть он все время рога показывает. Дальше. Псалом 13. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Как нету? А среди них нету. И опять. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Похожи стихи? Да. А зачем они дважды повторяют одно и то же? Ну, в псалмах много повторяется. Нет, немного. Немного, чтобы вот так вот, а только один в одном месте. Другого нет. Потому что оправдывать будут безумие, когда будут говорить нет Бога, и не будут говорить, что это безумный. И поэтому для повторения, чтобы вдолбить, а два – это свидетели. Два свидетеля. Места Писания называются свидетелями. Хотя говорил один человек. И дальше. Бытие. Проклинающие тебя, проклятый, благословляющие тебя, благословляющие. А о ком говорится? О Боге говорится. Об Аврааме. И вот этот, который Рыбников и другие это, они проклинают еврейский народ.
Это евреи специально, жиды, придумали то, чтобы направить в этом гнев этот, направить на христиан. Наша вера жидовская, это он говорит. Книги наши жидовские. И он и все время ухмыляется, стоит. Как ты мог это вляпаться-то в это? Совершенно. Ну ты видишь, что он лжец. Дальше. Клеветник. Безумный. Да он не мой учитель, я говорю только о физике. Посмотрел. Ну как не бывает? Не, так не бывает. Ну вы же приняли это, всю ложь, которую в школе мы учили. Приняли. Это ложь. В школе мы лженауки изучали. Так. Игнатий Тихонович. Значит, беспокоянный. Беспокоянный. Зачем правде каяться? Дальше. Считаем. Первое Коринфянам. Правде каяться. Первое Коринфянам. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Маранафа. А за что ему анафема? Кто не любит Господа. Так вот эти, которые вот эту, это, в интернете мы нашли, кто это образовал, что, они не любят Господа и не признают. Им анафема или нет? Анафема. Это не я говорю. Да. И ты идешь за людьми, которым анафема, уже по божественному, от Духа Святого. Ты вместе с ними учишься. Ну куда я с ними ушел? А куда? Во мнениях, которые у тебя запас. То, что ты все это говоришь, это они говорят. В них. И это учителя, которые как раз и говорят. Другие это не говорят. Я понимаю, что это лишнее. Дальше. Я не уникаю в них. Ну, не надо обманывать себя, не обманывай. То, дальше. Что я привез с собой, так. Я привез сюда. Так, давай я дальше, считай. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Ты согласен с этим? Согласен. Согласен. Те, которым ты веришь, они все это отрицают и говорят вопреки. Ты их ученик, этих врагов Божьих. Ты даже христианином не имеешь права называться, пока не отречешься от того. Знаете, я тебе говорю, ты сейчас выслушай пока. Дальше. И повторяет. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, что да будет она. От Павла приняли. И теперь, говорит, вот считаем, что не то, что вы, мы благословляем, да будет она. Мы здесь не то, что... Да будет анафема. То есть одно и то же. Опять дважды. Дважды повторил это два свидетеля. А они не то, что они всю Библию отрицают, как Лев Толстой. И поэтому церковь произнесла анафему на Льва Толстого абсолютно справедливо. Они утвердили то, что Павел сказал. Он считал, что нет никого, Бога, личности, которому можно молиться. Его нету. И он никогда не молился. Никогда. Из всего, что есть в Библии, он признавал только Нагорную проповедь, и притом в переводе Льюиса какого-то француза, а там все слова извершены. То есть он совершенно неверующий был. И он хотел нравственности, достиг нравственности. Все эти толстовцы, они пошли под нож в ГУЛАГ. Их нету нигде. Он доигрался. А теперь сестра плачет, бегает, его отпевать надо. А зачем отпевать, когда он не верил? Он не верил, что она Дева Мария. Он не верил, что Бог сотворил как человека. Вообще ни во что не верил. Во что я верю? Я его книгами занимался, все считал, мало того, конспектировал. Сравнивал одно место с другим и где-то. Он был отчаянный безбожник. И дальше. Иоанн 3:18. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден. То есть идти за осужденными людьми, они в него не верят. И вот то, что ты говоришь, тебе кажется, что ты придумал это. Не ты. Ты прочитал это, ты сам до этого не додумался. Ньютона, да ты знать-то не знаешь. Это люди, которые прямо говорят против Ньютона. Как показывает, какая Земля. Ты просто не хочешь сознаться, что действительно так. Мне вот это преподали, я говорю, действительно преподали. Я посмотрел, плавал. И ты говоришь, что нет, не так. Если плоская, но на 180 километров не видно. 30 километров уже за горизонтом. То есть ты на море не был, и тут споришь. А я на море плавал, штиль. И от нас уходят корабли. Ну, а я стою на высоте такой, за штурвалом-то. И я вижу. Он уходит, как будто нету. А потом мачта потихоньку, она уходит. Она уходит вниз, потому что кривая. И уходят в одну сторону, в другую, в третью, в четвертую. И все одинаково. То есть круглый шар. Вы знаете, я бы так хотел, чтобы она вращалась. Я знаете, что бы сделал? Ну? Я бы сделал шар такой, надувной, ну, который дирижабль. Да. Поднялся бы только, повисел в воздухе, через несколько часов там, раз уже я на другом континенте. На каком? Ну, да. На шаре. Вы знаете, вот по экватору, если Земля двигается, то за час 1670 километров да. движение ее. Это за один час. Да.
То есть это немалая скорость. Так а человек-то притяжение имеет, он вместе и движется незаметно, а не так, что земля ушла, а ты на этом месте повис. Ну тут-то понятно, что дурью маетесь. Ну а если завис, вот самолет завис. Да никак, и самолет летит, притяжение его удерживает на том положении, на котором он был. Теперь он разрывает хоть в ту сторону, хоть в эту, скорость будет у него одинаковая. Одинаковая. Ну тут даже... Да, ну это все... Не об этом, дальше читаем. Я 64. Считай. Но есть из вас некоторые неверующие. Неверующие. Это уже говорит я Христос. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. То есть он знал это. И когда он сказал, что ваш отец дьявол, не надо удивляться. Он видел это. И когда сегодня это говоришь, не надо. Если ложь появляется, она дьявола. Вот они сейчас говорили, где в обвинении, ты многое берешь сейчас, не обдумывая, а потом, если когда, ну, внезапно отойдет этот, он как пацаненок там вздрогнул, когда он перестал ему говорить, и ты вздрогнешь и скажешь, неужели я говорил? У меня такие люди были. Они приезжали, каялись и вместе плакали, и в один день все у них менялось. Ты не думаешь, что ты оригинальный какой-то? Я говорю, и как это у тебя было? Я сам не знаю. И все это предыдущая жизнь. Где-то упрямый был, где-то блуд был. Я знаю, где причины. Я с ними, с этими людьми разговаривал. Я тебе говорил, как подкрестит ухо там. Я приглашал его домой и даже, кажется, записал. Другую. Одинаково у всех. Грех. У одних там любила переодеваться, в шкафу застряла, 3 дня сидела. А одна залезла в подпол. Я говорю, дом ваш давно, я печку делаю. Да тут наша жила бабушка. А что она? Она деньги прятала. И залезла в погреб. И там он ее в нее вошел. Она стала кричать, и пришли так не чуть не через неделю, она там картошку сырую ела, то ли что. Полностью сошла с ума. То есть грех какой-то скрытый, его надо грех сначала обнаружить, покаяться. И, Господи, открой мои очи. Вот мне говорят, так ли это? Не надо защищать так яростно. Потому что защита, когда защищаешь что-то, это означает пятиться некуда. Ты все время языком роешь ров в земле. Пятиться некуда. Ты даже обдумать не успеваешь. И скажи, Господи, ну как же так, люди были верующие. И ни один не заметил, что они бесноваться начали. Никто. Это невидимо. И об этом мы считаем. 3 Царств, 2 глава. Он сказал. Злой дух, злой. Я выйду и сделаю с духом живым в устах всех пророков его. Так, пророков, не лжепророков. И ни один не заметил, ни цари, ни люди. И только один человек это видел. Что скажет Бог, то изреку и я. А посыльный, скажи, как все. Скажи, как все. И что? Господь сказал. Ты говорит одному демону, дьяволу говорит. Бог советуется. Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. А как же так? Бог советуется с дьяволом. И один бес так советует, другой так. И Бог решает, какой совет лучше. Как людей обмануть? Один так, один бес говорит, а я сделаю, что земля плоская, ничего нет, твердое то. Иди, и ты сделаешь. Да мало поверит. Ну, хоть немного, но поверит. Это дух лжи. И входит в уста, и человек защищает. А эти, он даже ударил, кто против говорил. А ты, когда начинаешь на меня говорить, ты ударил меня. Ударил. Но я это говорю тебе, потому что какую-то ответственность за тебя несу. Мы уже давно знакомы, уже давненько. И ну вот выявилось это очень и очень хорошо, что ты приехал. И дальше говорит. Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. А ты не ответил, почему Бог советуется с ним? И перед ним стояло полчища духов. И один только сказал, вот, именно всех надо поразить сразу. У них звания какие-то были, пророки, академики. Неважно, войди в уста. И он теперь лжет и сеет блевотину эту. И никто не заметил, ни один. И он выступает, а сам ухмыляется. У него тоже это проявляется. Ты просто не психоаналитик. Зачем Бог советуется со лживым духом? И он в уста всех пророков вошел. Ну, можно было заметить, то, что они вчера были одни. Никак. Нельзя. Это откровение. Откровения нет. И на все доводы, я ничего не могу сделать. Откровение тебе не дано. Оно запечатано. Это дух лжи запечатывает. То, что я тебе говорю, это миллиарды людей тебе сегодня скажут. Ты почитай, какие отзывы-то идут. Он еще в первом классе не учился. Догоните его и прочее. Да почему говорят? Мне звонить начали. А? Мне начали звонить. Да ты что? Говорит, мы выставляем, пишем отзывы, а кто-то убирает. Это не отзывы. Если скверно, я решаю. Нет, мы, говорит, без матюков пишем. Да.
ты меня не рассказывай. Я считаю, когда... Я говорю, сейчас открою, а там матерки, я скорее убираю. Когда мы записываем, даже нельзя, я не один раз ошибался. Я посмотрел, было, не надо. Было 53 комментария. Да. Считаю, а там что-то 9 или 1. Я захожу, первый день сегодня, все смотрели... 7 комментариев, я захожу, ни одного нету. Я это говорю, что-то... Володя, у тебя есть? Он посмотрел, говорит, у меня нет. У Никиты посмотрели 1 или 2. Ну, посмотри на Никиту. Я даже ни разу не открыл. Может, ну, это зависит от модераторов или как? Я не знаю, от кого это зависит. Я знаю, вы раньше тоже жаловались, что... Я говорю, не знаю. Что я это? Не знаю, ну, как я могу знать-то. Вот мы тогда идем через пейджмейкер, заходим туда, и там нету нигде. Я уже где только не заходил. Ну, написано, 7 человек выступили. Я ни одного не вижу. Ни одного. А почему? Нету. А что оставить, не оставить, это я решаю, я хозяин. Если его не понимаю, хозяин, никто не говорит. Зачем он должен лезть? Но они могут не прийти, автоматически не зайти, да, эти? Не знаю я это. Вот ко мне роботы лезли, я выбросил сразу 1500. 1500 проникновений было. Я ни что попало, там пишут. Я тогда вот попросил, Сергей сейчас запечатал, уже неделю нету. Они говорят, пишут. Ну я могу, мне даже... А зачем лезть им туда? Скинули это, там, на другую страничку, скинули, да, сообщение, да. То есть, говорит, у нас, говорит, даже есть мнения, которые совпадают с Сергеем Козловым, но мы выставляем без матов, без ничего, и кто-то удаляет, опять, да, выставляем, да. Опять, но это может система как-то, да, не пропускает. Не знаю, я тоже удаляю, ну, по-другому никак нельзя, я хозяин, это мой, ну, двор, это... мне тут дохлых собак накидывать, я должен бежать. Никто ничего не говорит. Я хозяин. Кому-то бы я пошел, и меня не приняли, все, второй раз буду ломиться. Ты им зачем, да, ломиться-то? Тебя не принимают. Ты пришел, тут определенный такт идет, определенное правило наше, что поведение или там работа администрации не обсуждается, тебя сразу извещают. Правила входа. И там описано. Человек нарушает правила его. Я уезжаю, когда наказываю, модераторы смотрят, администрация безобразно просто ведут себя. А сколько отдельных роликов против меня составлено-то? Конца края нету. Почему? Значит, чего-то я стою. Иначе зачем бы они тратили столько времени? И дальше. Я спрашиваю, зачем Бог советуется с ним? Никогда не знаю. Не знаешь. Теперь, почему никто не заметил, что они стали не такими уже? Вчера говорили правду, а сегодня лжецы. Все до одного. И дух лжи в устах. И он сидит в них. И никто не видит. Какая страшная картина. Вот она, 22-22, 3 САРС. Как это могло быть, что никто не видел? И почему не видел царь благочестивый Иосафат, этого не видел? А видел один человек, которого никто не приглашает. Он не такой, Михей. У меня на Михея стихотворение есть. Что скажет Бог, то изреку я. Почему? А нам эти почему сводятся к одному. Бог дает. Человек не может обнаружить. Это скрытые жители. Можешь жить всю жизнь и не знать, что бес в тебе жил. Ну, вот она стоит одна, подают воду агиасма, это накануне этого крещения, и ей женщины подают там. А она не подкати, отойди, отойди, кричит. И потом он мгновенно только чуть-чуть отступил, давай, только карту она опять бросает, отойди. То есть он на секунду отпускает, она прям за чашу хватается, и сразу отойди, орет, кричит, рот такой развивает. Но это видно. А другой все время противоречит истине. Ты почему думаешь, Гитлер называли бесноватый фюрер? Он что, падал, пену пускал? Более умного человека за 1000 лет не было. Политической и прочее. Даже самые лучшие генералы у него были. И все понимали, ему открыто то, что ни одному генералу не открыто. И на самом деле это человек, одержимый демоном. Если не демон сам, а человеческой оболочки был. Ну, понятно. Ну, аж Сталин лучший, он 10-100 раз, может, хуже его был. Гитлер за своих никого не убивал. Только врагов. А этот подряд класс священства, дворянство, казачество, все целыми семействами все вырезал. Большего тирана мир не знает, чем Сталин. Но это все видно. А почему здесь-то не видели? Когда в устах прех пророка. Господь сказал, иди и склонишь. Он, Господь знал, что никто не заметит, и что они пойдут. И даже призвали человека, который правду сказал, а все равно не поверили, пошли на войну. И сколько я бы ни говорил, ты будешь вот так отбрасывать, как от плиты раскаленный воздух. Тебе ничего не сделать. Разговаривать не о земле сегодня я начал, а о духе лжи, что мы считаем. То земля это просто подвернулась. Это одно из звеньев. Выскочил сегодня Славик Крашенинников. Да, ну вот я не отрицал, что я его признаю за ангела. Лжец. Там ложь. Уже узнаем там.
Нет, это здесь видно. Узнаю, не. Нет, 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 нет. Здесь но многое просто... не видно. Ну хорошо, ты считал отчет патриарха и комиссии, когда приехали? Я слышал это. Нет, что-то. Они разбирали по книге, которая есть. По книге я говорю о том, что знаю. И там патриарх будет короновать антихриста. Ну ладно. Значит, ни один вопрос не отвечается. Дальше, притча. Притча 6.12. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Значит, а вот это лукавство, и что он со лживыми устами, проверить можно по каким признакам? Он лукавый и человек нечестивый, то есть жил во грехе. Вот отсюда надо проверять. С тобой никто на этот стих не будет беседовать. Почему? Так он ходит. Ага. С лживыми устами. И... Он и ходит с лживыми устами, ездит с лживыми устами. Он остается. Почему? Да. Потому что он лукавый и нечестивый. А тогда у него уста у него делаются лживые. Ну, лукавый это когда он специально сплетает ложь. Неважно. Оба упадут в яму. Не он сплетает, кто-то сплел, а он проглотил. Оба упадут в яму. Я яд не готовил, но ты его выпил. Ты говоришь сходное то, что говорит лжец. И ты делаешься его учеником, не Христовым уже. Тут уже другой учитель. Ты внимательно смотри. Он лукавый и нечестивый. Проверь свою жизнь до этого. Как ты жил? И в этом не раскаялся? Он как не раскаялся? Во всем раскаялся? Во всем нет. Мы говорили. Я говорю, а ты говорил вот это твое? Нет, не говорил. А это ложь сидела уже. Я тебе за пример... землю вы имеете в виду? Я сейчас говорю, когда приезжал тут, крещенный отцом Геннадием Фастом, и сестра узнала, что он, оказывается, на корабле был, жил в блудении, раскаялся, и здесь начал бесноваться. Пришлось вызывать команду из психиатрии и прочее. Он мне не раскаялся, он не говорил. А почему он не говорил? Не знаю. А почему отец Геннадий ему не сказал? Да может быть он сказал, я вот грешен, виноват. Надо конкретно. Когда топор соскочил, нанятый там при Елисее, и говорит, ох, топор утонул. Он говорит, где? Надо показать, где. И тогда он бросил дерево, топор всплыл, воткнулся и вытащил. Так разве топор всплывает? Всплыл. Ну а где притяжение? Нет притяжения. Наоборот, он как воздушный шарик поднялся, в бревно воткнулся. Веришь в это? Знаешь, я об одном считал человеке, что вот так он не верил. А потом он мне встретился. Саша Шелковников. Он говорит, я говорю, ты веришь, что Петра посадили? Верю. Ладно. А ты в тюрьме был? Был. А ты веришь, что вот ангел пришел и двери сами собой отворились? Как? Так там же такие, говорит, ну, шифр, что нельзя открыть. Ну, написано, открылись. Да что, что попало? Не верит. И вот я его обнаружил, он не знал даже, что это есть, что в нем сидит. Я у него один раз побыл и все ему разложил. И он говорит, у меня вот только сыновей, это сколько будет проповедников, то другое. Я говорю, проповедники бывают, когда ты сам проповедник. А так они не могут. И чем закончилось? Мы встречаемся, наверное, через год. Я говорю, как? Да не ладно, Зоя-то от меня ушла. А как, скурвилась, сука, пошла по мужикам. А у него еще дочери были. И потом мне наша сестра Алла сообщает, ты не слышал беду какую, нет. Сын старший, он не стал проповедником, а он привел бабу. А он к нему пришел и начал наводить порядок. Он как дал ему в сердце, отца сразу зарезал. Вот и все кончилось. Он приехал ко мне, куда-то надо ехать. И он мне говорит, поехали, на мотоцикле тебя повезу. Я не сел. А он тогда и говорит, я тебя в люльку хотел посадить. Зачем? Думаю, разгонюсь, как в стол. Дам этой люлькой-то. А я не сел. А как вы узнали? Я ничего не знал. Просто не сел и все. Это он мне говорит. Ко мне приезжал домой. А я у него был. И чем закончилось? Ничем убийство. Сын отсидел, вернулся. А я ему сказал, ты воспитываешь тех, которые тебе петлю накинут, раз ты Бога не учишь их. И одного спросили, а у тебя дети верующие? Ну, я стараюсь, чтобы были... А сам-то, да нет, я не верю ни что. А я видел, что младшие ходят дети в воскресную школу. Да зачем? А как? Если они будут неверующие, они же убьют меня. То есть он заботится о своей шкуре, а что, как они верят, лишь бы имели маленький страх. Это все пройденный этап, и не нами кем-то. И дальше считаем. Человек лукавый и нечестивый, и теперь у него уста лживые. Вот это истреби лукавство и нечестие. И ты тогда увидишь, как это. Лживые уста, чтобы не были. Дальше. Лучше бедный, ходящий своей непорочности, нежели богатый, с лживыми устами, и при том глупый. Да еще и глупый. Где лживые уста, там глупость. Понимаешь, какие мудрые слова говорят?
И поэтому мудрость в злохуждую душу не войдет, в другое место, по-славянски говорю, в лукавую душу не войдет. И дальше, 1 Иоанна. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Вот так. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. То есть необходимо, чтобы он веровал. А я не верю. Но не говорит, что Бог лживый. Нет, говорит. Неверующий представляет его лживым, что Бог солгал. Я тебе показываю, где там перевод не такой, надо с еврейского. Он с еврейского переведен уже. То есть ложь непрерывно тянется и тянется. Вот это надо осознать. Да. О тверди говорили, да? То есть вы говорите, твердь это воздух. Что? Твердь это воздух, так же? Так написано, я ничего не говорю. Ну написано. Я даже из этого не выхожу. Написано, полетят птицы по тверди, а тут полетели по воздуху. Тут а уже... вакуум, ну вакуум. Это тоже... вакуум не написано. Птицы в вакууме не летают. Я говорю о том, что птицы полетели по воздуху. Мне приписывать ничего не надо. Ну написано... а как написано, солнце на тверди поместил? На тверди, как мы видим его, на тверди смотрим кверху и видим, что звезды... Так 150 миллионов километров. Вот мы видим, оно прозрачно, мы их видим, они как бы на этой тверди, через воздух видим-то, не на воздухе же. Ну нельзя, ты, а почему так сказано? Ну, сказано так и все. Бог так сказал. И нам это все разъяснено. Тут выход только один. Сокрушение. А если ты человек упирается, он не в одном только этом. Еще о чем-то мы не говорили, ты сам себя исследуй. Ты увидишь... Ну, время покажет, Игнатий Тихонович. Я еще буду жить. Да дай Бог, я тебя прошу, не уезжай. Между нами отношения не ухудшились. Да, сохрани Бог. Ты, наоборот, ближе мне стал. Я только молюсь и молюсь. Вот сколько молился сегодня, и только о тебе. Только стану молиться. Звонит Игорь Глушков. Ей стало легче. То есть она... Ну, операцию дочери сделали. Только помянул болящего. Сразу ты у меня болящий. И вот это духа демона лживого. Изгони из Романа, Господи. Такой человек, он так нужен. Изгони, я конкретно молюсь об изгнании демона. Он в тебе. Потому что так защищать ложь непокорив. Это может только он, дух лжи вошел в уста. И никто не видел. А я это увидел. Мне это показано. Он как видел их? Он вот слышал. И я, говорит, видел это дело. И молитва моя именно такая. Изгони ее из духа лжи. И ты ужаснешься сам на себя. И станешь говорить, неужели я это говорил? Вот как этот пацаненок моргнул и отступился, когда этот Хаттабыч-то замолк. Так что, видишь, а почему я понимаю так? А потому что у нас разная жизнь. Понимаешь? Вот это вот, гляди, вот это вот первое ко мне не попадает. И поэтому это не исполняется. Никак. И то, что твои обвинения, а ты сам такой, сам там, и где-то, я это считаю, не ты говоришь. Потому что зачем тебе это говорить? Тебе это не надо. Тебя, может, никто так не любил, как я люблю. Я думаю, что это даже неправильно так говорить. Ну, не прибавляют. Пока говорили, я сказал анафему, ни одному анафему я не произносил. Я везде говорю, ни анафему, ни проклятие, ни канонизацию нельзя делать. 1 Коринфянам 4:5. Никак нельзя, не решает участь. Доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Я о царе говорю, что? Говорю, что из царей... Самый негодный был из всех царей, но относительно веры самый хороший. Да разве Петр Первый позволил бы, чтобы революция была? Или Иван Грозный-то? Он бы этих февралистов повесил, говорит, 200 лет слова революция даже не именовалось бы. Я читал отзывы. Я вот что говорил, притом не свои слова. И когда ко мне пришел профессор, в больнице был, специально поговорить, и я ему стал говорить, он, ну у вас свои-то слова есть, а зачем? Лучше божественная мудрость, чем самобытная глупость. Люди, которые меня близко знают, так вы вообще свои слова не говорите? Нет. Я стихотворение пишу, 36 строчек. И против каждой строчки место писания. Пробовали считать, когда открывать места, полчаса уходит. Одно стихотворение прочитать. Я его стихотворениями называю. А писал кто-нибудь так? Никто и никогда не писал. Почему? Оно у меня в голове роится. Каждая фраза, знаете, чем она высвечена, каким местом писания. На этом закончим или будут еще ролики? Ролики. Ужинать пошли. Ролики. Там, больше не будет. Больше я что хотел, тебе открыл. Тему мы... Сегодня о лжи говорили. В прошлый раз мы говорили о том, я показал лживый человек, вот, который есть, и как его считает фриком. И он ничего не изобрел, оно у вас все сходится. Ты где-то нахватался, говорит, как паршивая собака. Блок. Знаете, как говорить о себе или там это, время покажет, как... Человек себя... Ну, если что-то появится новое, себя мы можем ведет, поговорить. Да. То есть, как себя... Вот сегодня окрашение некое, а завтра ты придешь и скажешь, а я был у Германа Стерга лжец.
Так. Он все лжет, он Библию неправильно переведена. Церковь, патриархия вся лживая. То есть он лжец. И он. И ты все лжецы, которых я знаю, ты всех сцепил. Они тебе пришлись. Это целая цепь. Тебе никто этого не говорил. Нет, думаю, что... У Германа Стерлинга вообще ничего нету. Кроме наворованного. Так, пока сидите здесь. Мы маленько там поговорим, несколько минут. Я ждал, говорил сегодня, чтобы не запирали. Как это понимать? В первую очередь в апреле сугробы на крыше. Это значит второе. Второе. Это на территории Потеряевки. Кроме того, когда первый раз я начинал там это делать, мне сельсовет и подпись главного агронома, председатель сельсовета, директор, расписались на 3 года или на 10 лет, дали, когда еще Потеряевку начинал место. А теперь, или, а потом остатки построят, уже при, когда уже Потеряевка была. Я решил так, чтобы не знали и пока нигде не бывает. Я не говорю, что вы даете, что получится. Я хочу, чтобы ты сделал, хорошо обдумал, никуда дальше не верится. Я бы в эту фразу пока поделал, подождать. Так подождать пока, но вообще такое уведомление, это, конечно, оно и не совсем его можно пришить куда-то. Никуда и все, у меня еще нет. Это одно, во-первых, какое не имеет к этому отношения. То есть они думают, как уничтожить, а уничтожать никого не надо. Там их ничего нету. И это где в кустах крапивы. Где они незаконно, это там, где живут люди или где-то там что-то взяли. Это навозная куча разровняли. И... Временное сооружение. Там временно совершенно. Так временно тут ни один день, ни два. Нет, в том плане, что это не капитальное строительство. Да, не капитальное. Это главное, что у меня документ, чтобы дали мне эту землю. И тогда мы крапиву выкорчевывали, и на этом месте стали делать. То есть я не занял ни одного квадрата нигде, а теперь эта территория Потеряевка, какое-нибудь решение. Ну, Потеряевка относится к Корчинскому сельсовету, ну, да. Ну, где? Что мы взяли? Что я там сделал? Это внутри, и вокруг так крапивой осталось. Я ни одного квадрата не занял. Ну, возьми, обдумай. Угу. Подумай, просто никуда, чтобы никто это не делал, я понял, ничего не видел. Для меня это важно. Я думаю, что никаких ответов нет, это просто так разумно, бумага. И такое еще не имеет. Дай-ка. А я не надо тут еще раз, посчитай еще, посмотри как, что это означает. Даже по срокам-то видно, что никак не можно. Ну, какая-то это, да. Что это, липа, или они просто решили шаг как-нибудь попробовать, что будет? И что можно противодействовать, если они на самом деле задумают делать? Ты понял за этим, что стоит? Здесь мы-то заранее даже не врасплох. Если что-то где-то я могу сообщить соответствующие где-то органы, есть защита какая-то, может быть что-то. Ну, видите, если вы вроде как логично. Надо или не надо, я не знаю. И если они придут, я замки не убирать, они начнут как это, со столбами вращать или как. Я ради чего? И что на этом месте будет? Ничего нет. И с какой целью? Это где-то они убирают, там где-то у реки построили, там что-то свое делают, там, ну, говорят, у Пугачева там вилла стоял. Здесь вообще ничего нет. Никак, ни с какой стороны. Ни одного квадрата вообще не занимаем. То есть они сейчас не знают, что делать. Я их упреждающе сказал, лагеря нету, лагеря-то нету. И теперь, раз лагеря нет, вообще не имеет значения никакого. Но я им сказал, не скрывал, что теперь мы просто берем в гости по домам, а в гости мы едем. Никто не запретит приглашать в разные дома, которые остальные прописаны. Еще не сделаем. В каждом доме никаких столов нет, каждый живут, питается, все отдельно. Ну так же играют дети, вместе по ягоду ходят. И там потеряются, если сейчас уже просят с детьми приехать, тем более родители могут быть. То есть в данном вопросе они должны где-то прямо идти против закона. Лагерь стан, надо. Да.
То есть они ничего не смогли сделать, суд не получился. Теперь они думают так, ну, сделать, на что сделать это? Ну, мне там постройки эти нужны. У меня приезжают люди, потеряют, по жизни негде. Мы, которые новые-то приезжают, я выделяю им, потому что потеряют, это строится. Мы это никак никогда не скрывали. Приезжают люди, когда на крещение, когда что-то. И тем более, в деревне-то как принять, где не всегда возможно, что мне уже много приезжают люди. Ну, все понимают. Подумай, проникни, на каком уровне это они хотят сделать. И нужен ли тот документ, который говорит, что дали за 5 подписей весь. Все, и агрономы, все, что Алексей Сиськов там добился этого. Ну, теперь время-то истекло, то, ну, это было. 3 гектара мне дали. А это занимает не 3 гектара, а 3, даже сотки нету. И вот никак не нужно. Что, она мешает чем-то ее где-то не дать или как? Как она может мешать-то? И кому мешать, когда она нам нужна? Нужна, приезжают люди, мы не можем принять гости, у нас много людей отсюда приезжают. И здесь они находятся, принимают крещение, уезжают. Вот, проверь пациент, который есть пункт. Все, с Богом. Понял, благодарю. Так. Давай, снимай. Закончили, все. Так, если будет у нас время, мы по ярлу пись.